Еще в И что, его кастрюле тоже? слышно как-то по-другому? Да. Я... А так? Я уже слышу. Вот так меня хорошо слышно? Так по-другому, да, теперь. У меня микрофон, веб-камера, одна из самых первых, которая была вообще придумана. Это Canon какой-то. Круглая там. Такая или нет? Да-да-да, такая кругленькая. Вот такая, да. Качество камеры, по-моему, 1 мегапиксель, блядь. Точно один? Пу-пу-пу. Ага, я у телека ключ подъебал. Сейчас. Здорово всем. Да, Ваня. А вот не скажу. Не могу сказать, просили не говорить. А питы под пита подходят. Ой, гварды подходят под пита или нет? А сейчас я этих... Да, скину трофу обратно. А по номеру карты через БП, через СБП можно перевести? Или только по номеру телефона? Не, только по номеру телефона. По телефону. Так, ой, чё я пришёл? Есть вода? Здравствуйте, класс, всё, повесил. Обратно в Берса скинусь, парни, помните. Привет, я. Бля, я себе поставил второй монитор. Зачем тебе монитор? Вот со вторым монитором пиздец как круто. Стримить будешь? Попробую. Что? Попробую. Откуда ключи падают? Тебе Марин давал пресс. Ну, с дэшек. Ну, с дэшек, ну, с тех, которые коробки мне дают, там падает мало. А вот у него просто накоплено много, типа, ну, за всю жизнь. И им они сейчас не нужны. У него просто очень-очень много накоплено, а так их падает там, ну, мало, типа. Просто у него они, блядь, месяцами копились, видимо. И не часто раздавал. Ну, блядь, чувак. Это не от меня зависит. Дайте ВВХВ, пожалуйста, потом. А 56-е ключи, да? Нет, там падают только вот такие. Вот один плюс. Так, мы там Артурчика на мамбе дрючим. Ну, да, блин, парни, чего? Артурчик там один отбивается, наверное, от вас, бедолага. Может, не будете душить слишком сильно, ладно? Откат 11-часовых квестов с момента выполнения или... Первой стадии. Бля, я после спортзала пришел и... Мне звенит в ушах, пиздец. Слишком какой-то тяжелый подход был, да? Получается, или что, или я... У меня небольшой звон. Я вообще уснуть смогу с таким звоном в ухе? Ладно, сейчас нужно... Тут какие-то пальмы еще есть. Музыку. Может, и вот так полегче будет? Итак, сейчас нужно челу деньги перевести. Секунду, буквально, погодите. Ладно. 9, 8, 7. Дальше не говорю. Ой, блядь.
drama, but today the day. And my watch gotta be Presidente. You a bad bitch, come and get your rent paid. Slide to the left, slide to the left. Take a little step, slide to the left. Slide to the right, slide to the right. Move your pennies to the side, I be in it all night. Make a loyal bitch, I'm loyal. Tryna get up on my section, I don't know you. Be gone. Ay, nigga, they make diamonds, that's for you. Big platinum plaques, but they ain't for you. Nah. I'm a California nigga in a yellow Lamborghini. When I take off the top, take off your bikini. Ay, she a little freak, freak. Let a nigga see his feet. Beat it like Billie Jean, then I say... Чё, блядь? Справился. А, покакать? Видел горение Пепси и горение Хэлла? Нет, горение Пепси... Горение Пепси я вообще не видел. Горение Хэлла... Горение Хэлла, да, я застал слегка. Не все, наверное, но я пришел. Я хотел еще сильнее подпалить ему жопу, но, к сожалению, я был в бане у него в чате и не смог. Чтобы в экран пройти через сетку, нужен камень? Да. Что, пойдем разомнем пока нуболокации, дальше будет видно уже. А с чего там? Так, это не мне, один из администраторов просит, сказал, хочет с тобой насчет сотрудничества пообщаться. Насчет сотрудничества на тему, просто. Если это то, о чем я подумал, RF Land, то я уже ему говорил, что я не хочу туда ходить. Что я играю вот на этом сервере, и куда-то переходить там... Я желания не имею, потому что я играю, ну, на серверах. Ну, типа, короче, я играю с крупным коллективом, поэтому подставлять свой коллектив я не собираюсь. И куда-то убегать, когда мы только тут начали, ну, по сути. Не Рифленд. Ну, хорошо, ладно. Мой Дискорд такой же, сейчас я скину просто. Давайте, давайте. Ну, давайте, и чё? Ну и чё, посмотрим сейчас, чё там. А пит с нуля до половины, это нормально? Секунду, я это... Дискорд свой нахожу. Он тебя два раза хилится? Да, вроде. Не может хилиться два раза. Вроде один. У меня хилится два вроде. Он по-разному, я до полночи не хилится. Не, всегда один раз хилится. Да. Хилится только один раз, ну что? Я ходил на 61-м левеле, я бил его где-то минут 10, он у меня не хильнулся, не ранен. Геральт, бывший представитель RF Master. Может быть, когда слабый урон по нему идет, он не хильнулся. Также уважение с ним с нулевой секунды. Ответил мне, что... Причем тут ты вообще? А, я не прочитал, сори. Так RF Land меня уже давно позвал, Эдик. Два дня назад в ВК. Или день назад, даже не помню. Ну, короче, Рефленд позвали. Ну, anyway, я не очень понимаю. Anyway, я просто не очень понимаю. Мне реально... Что с конем, блядь, не добазарился нахуй? Чтобы... Ну, а кто ты? PR-менеджер? Соло. Копировать, вставить. Вот так вот мой Дискорд пишется. Просто понимаете, мы играем на банане. На банане. И до Церберуса я никуда не буду рыпаться. Что бы там ни открывалось, мне без разницы просто. Так, а что с этого данжа может... Потому что, во-первых, Церп уже известно, когда будет. И это будет очень скоро. Соответственно, какой смысл? Соответственно, какой смысл? Поисман в Айон уходит. Да похуй, кто куда ходит. Я бы, может быть, тоже поиграл в Айон, но... Не знаю. Уже на банане играем, поэтому, сори, сорваться не могу. Если бы не пришли на банану, может быть, я бы зашел соло в Айон. Ну, понятное дело, без какой-то там гильдии. Че, дурак, что ли, вести гильдию, которая не умеет играть в Айон. В ту игру, в которой я еще и сам, типа, полный лох. То есть я в Айон тоже не умею играть. Я в него играл буквально неделю однажды. И мне не понравилось. Я апнул, конечно, я кап-левел ап... Ну, нет, стоп, я почти апнул кап-левел.
было несложно, я тупо ходил в один какой-то однообразный данж, я забыл, как это все называлось. Короче, ходил в какой-то один и тот же данж, просто убивал там трех мобов пита, и все, блядь, выходил из данжа ебаного. Это был весь мой контент в Айоне. Все, на PvP я даже толком не посмотрел вообще, что представляет из себя PvP в Айоне. Даже не прощупал. Это из себя PvP в Айоне. 15 октября, не скажу. Просили не говорить достоверную информацию. Не спойлерить, так скажем. Но уже вот-вот будет анонс, парни. Ты что, наебал с датой? Нет, где? Я кого наебал с датой? С какой? Вообще никого. Это так и будет. Октябрь, ноябрь. Но пока что я не скажу. Блять, ну какие нахуй отжимания, ну я без вебки, я только что из спортзала. Ну ладно, сейчас я отожмусь, я, сука, это сделаю, но будешь верить мне или не верить, только, ну, по отдышке будешь определять. Она 100% будет, потому что я сегодня, у меня был день ног, я так заебался, у меня уж ухо заложило после тренировки, у меня просто в ухе звенит после жима лежа ногами. У меня в ухе... Привет, Майкл. Так. Боже, я обожаю, ага, когда ты стримишь. Ты лучший человек, ага, и Гейрель на свете. Ага. Как же ты хорош. Боже, ты просто лучший. Иногда даже тебе отсосать хочется, когда ты на пике. Пожалуйста, делай кайф. Love you. Очень странно, что я в конце не увидел вот это, а теперь пошел нахуй. Типа, ну, знаете, дефолтные донаты. Сейчас скажу, что самый донат. Я уже вижу. О, боже. Нет, я собирался вообще вставать с компьютера и пролетел донат. Спасибо большое. Самый преданный фанат. Блин, кто же это мог быть реально? Даже тебе отсать хочется, когда ты на пике. Вот это крутая фраза, мне понравилась. Спасибо большое за 50. Это самые приятные 50 рублей, что я слышал. Вообще, самые приятные 150 рублей, что я слышал. Большое спасибо. Похоже, Винатус. Да причем тут Винатус? Он меня ненавидит. Так, отжимаюсь. Ой, ебать, тяжело. Блять, а вчера я грудь качал. Вчера грудь качал, а сегодня ноги, представляете? Это ВВ, да нет, не мог он. Ну, не думаю. Гилтикус разлогинится. Да не, это не Гилтикус. Она бы сюда не пришла. Ноль отдышки? Нет, есть отдышка. Есть отдышка? Да не, да есть. Да была. На коленях. Сам ты на коленях. Я никогда на коленях не отжимаюсь. Смысл вообще на коленях отжиматься? Это, по-моему, ничего не дает. Вообще ноль силы, ноль буста, ноль всего. Пока бегает, токси и льет, не дает качаться. Забил уже, главное. Скажи, плиз, гильде. Ашира, ты давил турбо сегодня? Да, я задавил одно, по-моему, два. По-моему, оба проебал. Не, не помню. А чё, на Эссен залетаешь? Там? Нет, конечно. Смысл на неё залетать, если он через два дня закрывается? Ну там, на самом деле, осталось говно, можно даже на не забирать. Мне палка на макаку выпала. Ладно, пизда. Понимаешь? Угу. С арканой взяли. У меня нет арканы. Осталось только, чтобы аркану подарили. Не хочешь подарить мне аркану на макаку? Я тебе подарю на день рождения. Где ты ебанутый? На Новый год, может, хотя бы? Нет, за рождение. Ты не скоро просто. Я, может, уже доту тогда удалю. Ну, там не нужна дота, чтобы смог получить. Ух, ё-моё. А, это Найлд. Ничего себе, ты задрот, Найлд. А ты вообще... Разбирай. Я вижу. А ты с какой палки вообще Найлд сделал сегодня еще одну седьмую? Вернее, с чем дотачивал? С доточками. Ну, сколько потратил там?
на третий ушло чуть больше 40. Ебать. Ты их берешь, кто их вообще продает? А где ты их взял? Потому что не говорил. Essence точно будет жить, кого не глянет, стримеров половина, всех. Половина, а ё-моё, это такой бред, мужик. Хайрейт Essence никогда не жил. Хайрейт Essence никогда не жил больше, ни у кого не больше двух недель. Он никогда не жил вообще. Хайрейт, бля. Надо в Z, короче. Хайрейт Essence никогда не жил больше двух недель. Я... Вот мне до точка с коробки упала. Ну, хайрейт и middle rate это одно и то же. Это я просто называю хайрейт. А вы его называете middle rate. Спасибо большое за фоллоу. Это вы его называете middle rate, я его называю high rate, потому что... Вот она выпала, теперь надо ей не пользоваться. Потому что там cap level берется за 2 дня, типа. Cap level берется за 2 дня, значит это... На самом деле, получается топ-четвертых, топ-пятых, но, в принципе, хватит. Ебать, там ведь молит на хаос продал, гляди. Так. Убедись, парень. Я думаю,
А, Найл, ты на дождь тапки точил или нет, кстати? Сортировка, в принципе, необходима. Какие тапки? Ну... А, ты... Ну, ты же меняешь. А эти на деф у меня. А на додж ты сделал? Да. Сегодня, кстати, так, с той же самой доточки, что и посох последний. Прикольно. Я не знаю, мне кажется, сортировка... Ну, плюс 7. Сортировка прикольная штука, честно сказать, да. Мне тоже понравилось. Я и раньше никогда не пользовался, потому что любил держать порядок в сумках сам. Вот, свой. А вот совсем недавно попробовал... Как? Непонятно. Я говорю, это мана копилась. Спасибо большое за фоллоу. О, кстати, а зачем я пропускаю этого акра? Громозека. Он сегодня пытался нас на квесте отпиздить, кстати, представляете? А я сейчас свои шестые руки на пробивках надеваю, блядь. И ебучку-то отрываю. Калиану хуярят эти. Маккензи. Тебе бы я написал, кстати. Церп, да, будет в этом, совершенно точно будет в этом году, и совершенно точно он будет до декабря. Даже так могу сказать. Ого, сколько людей сразу квесты делают. А они друг друга, наверное, не трогают, правильно? Жалкие. Или трогают? Не трогают. Не трогают друг друга. Посмотрите просто. Раса Акретия. Раса Акретия, сыкуны ебаные, скорыми просто в союзе бегают на квесты. Я в шоке. Нет, Алексеич, не так поздно. Короче, вообще, я считаю, что... Сейчас. Я считаю, что все же ЦРБУ следует все фишки перенимать постепенно. Я думаю, что Марсику позволяют и бюджет, и силы, и состав, там, команда и так далее. Все это реализовать. Нет, команда не будет. Паттер команды. У нас есть паттер. Новый мод, да. А у нас есть ГЛ. Новый мод, это... Ну, моя команда следовать за паттерн. Так, у него есть специалист на привязи? Давайте все ревернуться за ней. Не понимаю, скваша убить, значит, надо. Да ебать! А нахуя шестые руки точил, чтобы вот челу в блок бить или что? Я не понимаю. Че, может, ты хочешь со мной подраться? Бля, ну Фокс меня, наверное, убьет. Что? А что он ставит знаки вопросика? Ну, убить я тебя собрался, да, все. Блядь, почему с макроса так конечно масса бьёт? S2 пишет. Ноябрь, плиз, ага. Конец ноября, разве что. С макроса медленно бьют? Но медленнее, чем руками. Ну, потому что ты кнопку зажимаешь, наверное. Не, парни, цер будет скоро, а анонс еще скорее. Кнопку, анонс уже будет вот-вот. Вот анонса можете уже ждать с минуты на минуту. Да, ты прав. Я даже хотел бы, чтобы это было там, вот, на неделю, но скорее всего нет, но нет, анонс будет тоже супер скоро, и вы все узнаете. Задержка какой-то. Новые уникальные, блин, ну. Потом еще раз нажать. Маккензи, это ты загнул. Из того, что я знаю, это будут уникальные новые территории, в плане данж будет новый какой-то крутой. Это еще хуже будет. Он вообще должен быть, по идее, всегда какая-то локация, которой не было еще в РФ-ке. Ну, вернее, не в РФ-ке, а вот на всех классических серверах, там, на цербах. Это новая локация должна быть, туда все перенесут. Меняю бы бэшные руки. Да, скины, я согласен, тоже было бы прикольно новые. Опа. Трусы или голова? Опа, да. Идем сюда. Мне лень просто идти сейчас клана бить. А что там кто прессинг говорил? Парни, я вот весь день сегодня фанился вообще, поэтому у меня ПВП мало. Если бегать на банане, фаниться целый день, у вас ПВП будет... Бля, ну вот вы... Ну, чтобы...
чтобы не соврать... Голова из пятидырная. Чтобы не соврать, у вас будет, ну, по 200, по 200-250 фрагов. Ля, я убил челом, пишет фрик, вот сука. Блять, каждый второй хейтер, я вообще не понимаю. Выяснить, кстати, что куча новых скинов. Да мне похуй вообще на скины, я что, скина дрочера, что ли? Мне плевать абсолютно. Здорово, кому-то будет круто. Меня на самом деле вообще не жду церба, честно. Ну, я не жду церба и не трепетаю вот так вот там. Как остальные не подготавливаю отпуска, там, блядь, какие-то выходные, там, в свободное время не подыскиваю. Мне вообще похуй. Ну, это будет прикольно. А что я сказал про скины? А что я сказал? Там просто я увидел, что это про это. Я про это в чате увидел. Маккензи написал, что хотел бы увидеть новый уникальный сет и оружку. А я чё? Тебе-то мне пиздец, Эдик, надо вообще-то. Я как в зал пошел, у меня вообще времени нету. Есть 5 раз в день по расписанию. Ладно, 4. Вот. Качать мышцы. Ходить ногами по улице. Вообще-то пиздец какой я. Я святой нереально. Стримить банану. Давай, чел, только вы не снимайте, уже убивал. Все, не трогай. Снимешь вы, я тебя убью просто. Че надо на 6 тыкать? У него 40 будет. Ха, ну, на цербе может и будет. Может и будет, кто его знает, как бы. Может другого, может уже пора нового замсению искать. Это только РМТшит. Я как узнал, что у всяких там нудовок, у пепсигодов, блять, ну, в принципе, у некоторых, у многих игроков, да, есть такие замсени, не обязательно, громко, не обязательно у стримеров, будет, вот, и у других просто игроков, есть такие замсени, которые с персонажа нихуя не забирают, типа, оставляют все ему просто, для них, типа, важно просто поиграть на аккаунте, вы вообще понимаете? Просто поиграть на одном аккаунте там со стримером, слэш игроком каким-то и так далее. Ой, хорош. У меня никогда в жизни такого не было, чтобы мне кто-то что-то оставил. Вы вообще шарите? У меня 40 все забирает, подчистую. Вайнер, я не могу тебе сказать прямо сейчас, потому что, ну, это сверхсекретная информация, но анонс будет уже вот-вот. Анонс, по словам Барсика, уже вот-вот, просто со дня на день. Давай, я буду на тебе все оставлю. Асмус, на цербе, ну ты не справишься. Понимаешь, у тебя на плечах будет лежать нереально сложная ноша. Тебе уже будет быть акро-танком-водилой 24/7, ты понимаешь? Тебе уже будет 24/7 водить мобов, чтобы наша ебаная гильдия могла качаться. Так как они... Что за вообще ты ебанутый сброд? Ты что, охуел, блядь? Попукал или что, я не понимаю. Чтобы наша гильдия могла качаться, еще с ними надо будет нянчиться, понимаешь? Каждого за руку отвести на кач. Это невозможно для обычного человека. С этим не справится абсолютно никто. Я топ-ланча. Ну все так. Собирай топ-ланча. Я как бы на старте сервера, я играю только ББшником Асмус. Понимаешь? К сожалению. Может, я бы и хотел поиграть ланчом на чили, чтобы мне кто-то поводил мобов, я с кайфом просто потыкал в столба. Но нет, я как, типа, обязан, как ГЛ, водить, организовывать и так далее. Ни на ком, кроме ББшника, я не смогу этого делать. Че ты делаешь, блядь? Черкаш, ёбаный. Давай, скройся нахуй отсюда. Ты что, думаешь, я в тебя мисну? Ты думаешь, я мисну в тебя вообще? Это невозможно. Ну, квест на двух этих поприятнее, Гордо. Давай, съебало. Хм, нормально, чё, а нехуй было нас задрачивать, мешать нам. А чё, какой за кора был? Не, Вайнер, каких кор, блядь? Коры были 3 церберуса подряд, иди нахуй. Точно кор вообще никаких не будет, даже не думай. Ты на прошлом церберусе показал свой перформанс за кор, пожалуйста, давай не будем. И вот к этому, да, к этому танку в полмассете, который заходит, да, сделать полторашки в день, блядь, 2 и выйти из игры, даже не говори, умоляю, Вайнер. Не байте на хуйню, не байте, пожалуйста. Я если бы и подстраивался, то под каких-то жестких задротов, там, донатеров, КПшки готовые, я не знаю. Если бы я и подстраивался, то только под таких игроков. А не под тебя, который
ну, один и полмассет. Сейчас у меня гварды с том почти, блядь, съедают нахуй. Даже. Вот я не знаю, вот у этого чувака я не миссию. А так, да, бывает в кор с луком, но он просто без лука стоял, он с пистами был. Писты же у ворот не дают. А вот с луком, если бы он был 20 ворота еще халявного, я бы миссал тоже, скорее всего. Ах. Алмаз сет на первой неделе. Это не важно, Вайнер. Это был твой первый и вообще единственный сет, понимаешь? А, у меня ты его потом не менял до конца сервера. Ого, есть, ебаный. Ну, короче, какие нахуй коры? Закров с таким кайфом можно ходить в кузню, в окнах. Закров можно будет ходить в 2-3 пати в кузню. Вы представьте, у нас будет просто 2-3 пати ходить в кузню по КД. Потому что там не так сложно, как корами. Ты там на акротанке не боишься упасть. Там ты на акротанке... Вообще нихуя не боишься. У тебя просто есть ВВ, все, щит на блок и пошел. Тебе похуй вообще на все, ты собираешь мобов, как, ну, бронепоезд. Че, фулл, СП... Бля, Вайнер, как... Ну, хуя ты мне сказки рассказываешь? Ну, тебя реально было не дождаться. Короче, это точно никакие коры в пизду вообще. Какие коры? Какие коры? Я говорил еще, что рассмотрю белок, но... На Цербе такие крутые акры... Вот эти осадки клевые, супер дешевые осадки, которые дают 2 скилла возможно сдать. Мне, не знаю, акры очень приятная раса на Цербе, и я реально подумал, что за, ну, мы никогда не играли ни за кого, кроме кор на Цербересе. Поэтому за кор я не хочу играть. Там нихуя не надо уметь за акров. Акры простейшая раса. Главное, не бери ланча, бери также ББшника... Либо спеца. Спец тоже будет востребован и будет крутой. Добавлены временные турели, там вот эти вот, для данжа. Так что акроспец, он будет очень актуален. Так как есть временная турель... Опа, я миснул все-таки. И никто не будет брезгать его брать в данж. Понимаешь? А вот а это вообще, я не понял, как я миснул. Блять, ебаный бак, ожесточение. Да все, вот ебись, ну. Ой, почему меня каждый бомж критует? Здесь реально нужно только плюс 7 антиграф иметь, или что? Тут, походу, спасает от крита только 7 антики, правильно? Все, мне похуй, я пошел на допе бега за ним. Да бы он еще ВВ въебал, я не знаю, почему он так быстро бежит? Вау, что, Игорь? Он что, на Y или мне показалось сейчас? Ход показалось, да? Да блядь, как меня это говно догоняет? Я вообще понять не могу, как ты меня догоняешь, чума. Чума ебаная, как ты догоняешь меня? Я не видел, кто 6 на этом сервере. Я пробовал, не заточил. Ну у тебя вообще ничего не заточил. Так, там ЧВ уже, да? А, нет, еще нет. А минер? Минер тоже нормально. Ну, не минер, наверное, а только дементор. Если бы не твой кен. Дементор. Ну, хотя, ну, дементор на 50-м минер, да. На 50-м в минера и минки, ну, нормальные. Тройное нажатие на мышке есть охуенно. Нет, хорошие, хорошие. Акры хорошая раса. На самом деле, за них просто нужно хороший баланс классов иметь в гильдии. Если у тебя мало ББшников, ты сосешь. Если у тебя мало ланчей... Ну, если у тебя мало ББшников, ты сосешь файты. Вот, если мало ББшников, сосешь файты. Мало спецов, тоже сосешь файты. Мало ланчей, ты не можешь фармить боссов. То есть, ну, за акров баланс очень важно соблюдать. За кортом любой маг, любая сумка, любой лучник, это уже ДПСер. ДЖ не берут, ну, как, смотря как ты оденешься, Вайнер. Смотря как оденешься. Если у тебя будет нормальная Леонка, там Леон пулик или Леон лук, плюс 4, то тебя будут брать везде, почему нет? Играешь с Нянкеса, заткнись. Заткнись, Холикэт, ты лох. Привет, легенда, когда на Эссенс? Да, там бегает какой-то Нянкет на Эссенсе. Можем сойтись на том, что это я. Окей? Типа это я, и все. И ты отъебешься от меня, ладно? Так вот, я купил, я себе покупал, кстати, HyperX клаву, не помню модель, но какой-то HyperX за 13 тысяч, по-моему, или за 12. Вот, очень крутая клавиатура, мне нравится. У нее супер мягкие чувствительные свечи,
прям нереально чувствительные и мягкие свечи, и при этом она, ну, я не знаю, очень легко ее чистить, кстати. Я вот раньше механическую клаву, у меня когда Razer была, я ее не чистил, потому что ее было сложно разбирать, ну, как-то впадло, я не знаю, расстояние между клавишами было маленькое, они были тяжело вытаскивались там и так далее. А вот это вот у меня вообще прям ебучая, прям ебучайшая клава, мне очень нравится. Так, сейчас я... Так, нужно ГВГ просто поставить. Сейчас, секундочку, дайте я на ноуте посмотрю. Так. Почему у меня, кстати, выигрывает всегда второй состав? Я не понимаю. У меня реально выигрывает периодически второй состав. Выходить будем? Да, будем. Так, алло. Ну, алло. Гон, чего? Только не говори, что у него дэшки купил. Что я купил? Дэшки. Осталось 2, D3 и 1, D1. Я вообще нихуя не покупал. А откуда у него это? Ну, он продает дэшки. Он продается в целом или как? Ну, пишет пока про дэшки. Я ему написал, ты продаешь? Он сказал нет. Троллит, значит. Но продает. Чего? Может, он троллит тогда? Не знаю. А, да похуй, какая разница? Все понимаем, я покупать дэшки. ЕДД говно здесь. Если они завтра выпадут. Да, ЕДД это говно, в принципе. Их вообще нет смысла покупать. Что-то там стремиться. Ну, типа, не так это важно, короче, чтобы на это деньги тратить, да еще и, наверное, не маленькие. Нихуя не рабочий. А, понятно. Он мне, я ему пишу, почем продаешь, он пишет. Я, ну, пока что, предлагали... Если что, стримлю, Африка. Ну, иди сюда, пишет мне. А, понятно, может он... Чел, я ебал. Бля, ладно. 8, ладно, 5, я не буду им чё. Спасибо большое, Ого, за фоллоу. Да, пиши, это... что берем все. Сейчас напишу. Пусть пишет номер карты. Урал Фибанка. Так, инициирует турнир гильдии. 8к. Это сколько обвес получается? 24? Так, инициировать. Что, блядь, честно, больше, чем на офисе? Он не понял прикол, потому что обычно продвижки не покупают. Бля, долбоёб, я на эссенсе, когда играл за акров, я себе купил 5 дэшек, понимаешь? У меня было 5 дэшек куплено из 6. Шестую я выбил с последнего пита, на которого мы пошли. Вот, ну, первый раз. Потому что в начале всех питов фармили белки, и когда мы дали на КС пизды, ну, они подразвалились, и мы пошли фармить питов на эссенсе. Это когда я за акров играл, когда у меня был самый сильный ланч еще на сервере, помните? Вот. Вот так вот, блядь. Так что не рассказывай мне тут сказки свои, лох. Бля, заткнись, пожалуйста. Ну зачем ты это говоришь? Я ни одной дэшки не продал, в принципе, за всю историю вообще RF Online. Ни одной дэшки не продал. Вообще ни одной. Так, ладно, гон на ЧВ. Эдик, зайди, пожалуйста. Нет, мы идем на ЧВ, но мы идем, Эдик, по своим этим, по своим делам. Заходи, у нас веселое ЧВ дневное было сегодня. Мы так развлекались, жесть. Очень круто было. Приходи, пожалуйста. Нам нужна помощь будет. Привет, Винатус! Не заметил, извини, просто Holy Cat меня это... Триггерит, сидит, пытается... Спина болит. Ах, ладно. Покажи показания. Привет, Джой. Я ни одной дэшки за всю свою историю не продавал вообще. Был момент, по-моему, мы хотели поменять не цепь, а... какую-то дэшку определенную, на, то ли на балку, то ли на балки. Я даже не помню, на каком сервере. Но сделка сорвалась. Так что ни одной дэшки продано не было. Итак, Гиби, что же ты ему рассказал? Так, расскажи ему, как ты защищал. А кто мог... Просто Гиби... Не, я верю, что Винатус смог нас защищать. Он типа, ну...
Он... Я просто одно время не мог понять, вот Винатус он хейтер или не хейтер, потому что раньше он был, ну вот на 99% хейтер, а потом со временем он начал, ну так, типа знаешь, нормально общаться, говорить там, присану, там, Широ Красава, там, респект Майкельку, там, и всякое такое. И я просто вот долго не мог понять, это, ну, типа, сарказм или нет. Я, честно, до конца не понял даже сейчас, так что непонятно. Но то, что он там мог защищать нас в чате Мудовки, в это я поверю даже. Первая цепь идет депутату. Да депутат всегда бегает на додже, какая нахуй цепь? Он хоть раз вообще был не на додже. Покажите мне хоть один сервер, где депутат был не на додже, блядь. Какая цепь? Все разное, что мне просто интересно. Так, выходим, ну что, быстрее, ну чего так долго, я не понимаю. А назад сам или ты на нем, Африка? Сам, наверное. Так, у нас подрастающее поколение есть, кому нужен 60-й грицет? Есть. Привет, Макс. Депутат всегда за кров? Нет, иногда я видел его за кор. Я его ни разу в жизни не видел за белок, но за кор он был, да. А что, разве на ЧВ идем? Да, у нас свое ЧВ, ебаный в рот. Бля, Владос, вот просто. Посмотрите, Владос, какой это сет? Топ. Это 60-й или 65-й? 65-й. Это 43-й, вот это. Просто я смотрю на эти лампы. Сок, тоже 65-й сет, да? Подожди, выйду, сейчас скажу. Нет, Сок 60-й, да? Да. Рассказать всем, как ты продал дешки? Да, расскажи, где я продал дешки, пожалуйста. Это Максим Пепсико так рассказывает. Ясно. Ой. Реально? На Мамбе уже успел? Нет, на Эссенсе было. Фух. Он говорил, что Майкл продал мне ЕДД на Эссенсе. А кому? В смысле, кому? Мне. Хм. Ты в курсе, что он тебе и посох продаст или седьмой? Это а потом ты купил гиды. А что там было с Благолетом? Не, он мне продал одну дэшку, но он ее с этой выпил. С Куба Трансформация. Все честно. И он ее мне на 50% дешевле. Ну вот, видите, какой я вообще крутой. Свою личную. Я одну дэшку он мне с питов дал. И что из питов, ебать? Гиби. А, ты бедствуешь, нет? Выпустил чмо! Выпустил! Теперь навсегда ебнище свое закрой! Понял нахуй! Я буду заходить и на. Ты понял нахуй! Навсегда свое еблище закрываешь! Навсегда вообще! Спасибо. Просто never, блядь! Никогда ничего не говоришь. Заводу не дает дэшки. А завод-то хоть, ну, вот Гиби нужна была всего одна D1 спитов, да? Я ему ее дал. А вам, типа, вам что, мне все 6 нужно будет заводу выдать? Чтобы вы играли, блядь, записывай по 3 часа в день. Нахуй надо? Да, завод без дэшек, сори. Фанит. Только активные мемберы. Это лут какой для них. Какой-нибудь профессия у него тачка? Так, они, кстати, вышли. Нам нужно быстрее уходить. Вы, куда? Не-не-не, вы не за ними идете, вы что, ебанутые? Давай поверху. Понизу больше было. Поверху одна точка идет. Пойдем. А, и понизу нет никого. А, понизу есть. В пещеру там минимум 3 акра заходят. И еще стопы сейчас выйдут. Веслок, тыкнись в пати. Можете все в пати вступить и пойдем. Асмус тут вообще? Опять его нет, это пизданутся. Да. Пошли быстрее, Асмус. Ты мне на Майнер 2К ЕГД продал, это вообще шок был. Че ты сказал? Дебил. На Майнер за 2К ЕГД продал мне зачем? Я тебе, да? Да. Стоп, а что на мамбе? А, я тебе первому ЕТД собрал, да, после себя? Да, ну да. Подороже. Бесплатно так было вообще-то. Почему это выглядит так неорганизованно, как будто впервые в Кракове? Да нет, просто на этой неделе ЧВ... Бля, вообще, это нормально? Это нормально то, что за нами бегут New Energy, типы? Импатор команды там что-то, а они за нами бегут. Вот два типа просто. Beetlejuice и еще какой-то... Даже не понимаю, как прочитать вот них. По-моему, их в гильдию пора взять. Чё, пора? В гильдию взять. О! Я бы куда слышал? В сторону Акра? Да. Тебе-то какое дело? Слышь, нахуй, я просто хочу посмотреть на этот шоу, скрин сделать и пойти дальше, да. Тут же... Да, блядь, это не тот Beetlejuice! Это не оригинальный Beetlejuice, это какой-то клоун, который еще и в гадости писал в чат, помню. Не мне, а Марину. Он Марина оскорблял, ну, Патру, в смысле, вот здешнего, да? Топ-мага-танка. За что-то его всегда оскорблял. Я не знаю, за что. А что, тут нету точек, да, тут?
Ну они на серп сворачивают. Вот, сука, все прям. Но они уже вышли. Пойдем и завернем вот тут уже, вот тут в трубу. Уже все в трубу. На БЦЦ. Вот в трубу вот эту вот, которая САУС. И часть в сторону серпа на серпе 4 точки и бежит. Вот сюда. Мы встанем просто на серпе. Вот сюда идем, вот в эту пещеру и встанем на серпе. Ну, перед пятеркой. А потом как просканем ближе к середине там ЧВ, может в другое место выйдем. Ну и ЧХ, как обычно. Как сегодня снова вот просто, ну вот все ЧХ лежат на плечах при сану. Мы всех убивали, правильно? И сегодня просто тоже не дали челу донести. Спасибо за фоллоу большое. Может, понизу все-таки пошли кто-то? Да, Битлджус, он и не играет после... Битлджус очень плотно играет в Lineage 2. У него там серьезный чар, у него там очень все круто. Вот. Но, типа, ему... Он в РФ-ку играет только на цербах исключительно. И все. И то не часто. 3000 вы? Да, можно перетащить. Я перетащу. User was moved to your channel. Можешь не вовт, наверное, нет? Или... User joined your channel. Да не, Битлджус так богатый. Что, мы чего делаем? То же, что и сегодня. Пиздим. Обратно? Сейчас, подожди, какая-то кора прошла. Меня скампали. Ладно, пойдем обратно. Нам просто надо стоять около пятерок, особо далеко не ходить. Бля, это мразь вообще. Многие играют только на серпе. Ну, перчик, да, ну кто-то, да, кто-то наоборот только РМТ, понимаешь? Смотри, как объяснить тут лайн-лан. Вот есть люди, которые серьезно вот играют только на цербе, вот а на других проектах они так, ну, так, типа среднюю игру показывают. Ебать, перчик бы заткнуть, так он что-то дохуя бьет. Я бегу за ним. Можно? Пески ему продлечь. Можешь бежать, да. Пыса, блядь. Вот. Типа на других проектах они серьезные, на CRB серьезные. Такое есть. Это раз, убила, то но при этом есть также и такие. Все на ЦЦ пошли. Игроки. О, это Элизабет, ебать, никуда то. Гон назад, гон назад, гон назад. Они сейчас могут еще где-то. Можем выйти в север, если они по верху сейчас пойдут. Вернись обратно, пятерки, похуй, нам АЦ бить нам точно не надо. Пошли на топ, выйдем. На топ, думаю, можно, да? Ну, на топ. Вот, а есть такие, вот Джой правильно написал, я хотел просто мысль не закончить, что а есть такие люди, наоборот, которые там на всяких эссенсах они потеют, жестко ебашат, блядь, чары одевают. А на цербе они просто стоят, хуярят роботов на интере. Вот, понимаете? Есть и такие игроки. То есть церп — это палка от двух концов. Тут некоторые выкладываются на максимум, а некоторые просто роботов бьют 24 на 8. Больше заработать? Ну, тут это не факт. Все зависит от твоего немножко... От твоего вообще навыка, от твоего настроя. Блядь, чего начнется? И от твоей, ну... Сейчас просканим. От твоей, так сказать, уверенности. Короче... Они через верх тянутся. Многого зависит. Много... Сафрон, ты где? Через верх. Че? Ну, пиздец. Только выбежал, да? 5 минут назад спросил, где мы, и только выбежал. Да я с машины их бросил просто. Сейчас выхожу. Че там, сканить? Говори, где они. Я просканил, через верх идут 6 пойдем, точек. Пойдем, встанем. В пещеру заходит как рам 3-4 точки, на серпе одна. Ох, пойдем на этот. На АЦЦ точек 10. Сейчас на выходе, когда будем, я проскану, скажу, вот прошли уже или нет. Ну, 3 проходило, 2 не проходило, 2 напротив севера. Бля, у нас время-то ушло еще на то, чтобы перебежать сколько. Ну, и как будто бы 70-й сет ББшный на девке выглядит некрасиво вообще. Меняй пол. У меня еще волосы розовые. Ну, это я сам выбрал. Я, кстати, всегда играл с желтыми, сейчас почему-то розовый выбрал, не знаю. В смысле, я как-то выбрал? Попросил. Мое. Ого. Как можно было. При покупке чара тебе могли и пол... Вот-вот, догоняем пока что. Просканю, как догоним вот это все говно, и потом просканю, да. Я со своим обычным скином оказался. Че? У меня мой обычный скин оказался. Девочка с хвостиками. Блондинка. Ну, ты мог попросить сделать тебе такой, который ты хочешь.
Ты делал из... Так я такой хотел. Я всегда такой делаю. Я всегда лицо меняю, типа, ну, глаза вот, глаза меняю, а косички желтые, да, оставляю. Мне, понятно, мне... Вы на адреналине бегаете? Я нет, мне они тоже всегда больше нравились. Гиби на игреке бегает обычно, не на адреналине. Осуждаю. Бля, ты бессмертный чел. Притянись лучше на нас. Не спрашивай, где мы, ты нас не найдешь. Вон, Спарта. Ой, тут мы на белка-барах. Кора-бар, вернее, белка-чип, кора-бары. Левее, 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 левее. Тут у стенки всегда куча окон. Пойдем слева окна отъебашим и снова на бары побежим. Хер-майор, вот эту хуйню добейте. Сука, спасибо. Резво, трезво. Оконного крафта стрелками убейте или магами. И назад, и назад. Надо убегать, потому что они сейчас будут всем паком выходить. Я сканю, отходим назад. Да, там поверху идет 6 точек, еще серпа 5, 7. Кстати. Парни, я же попросил, убегите. Вот уже два чела пытаются пройти. Догоните, главное, симпла вот того. Сампла, блядь. Ты, сука, блядь. Оба в руне. Нет, тоже умер. У меня почему-то на одном хп завис. И слушай, я тут... Так, желтый, что? Так, до сих пор помирала с того, что на церебе лампу дали или по УЦ прошел. Тачки, а термодом родной. А, так это этот долбоёб. Это Евгешка, вы знали? Зеленский. Зеленская, Зеленская. Вы знали, это Евгешка, такого дебила ебаного? Чела с ником Евгешка. Уходим, 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 уходим. Отступаем, отступаем. За бары выйдите и там подерёмся, если вдруг, ну, их не супер прям много. Блин, Зеленская вышел, мы его догоним. Бля, не догоним. Там вон Дашку пиздят, можно пойти помочь, кстати. Тут их не так много, Гокрама. Вот Дарки, Дарки, бейте, тварь ебаную, бейте, бейте. Массами просто затушите дурака. Бля, ну вы что так долго, быстрее, можно, пожалуйста? Точками, под щитом, добивайте, добейте парашу. Все, отойти назад, они сейчас все выйдут, отойдите, отойдите. Похуй, что там есть кого-то цепанут, нас же не все слышат войси, вы так услышите, отойдите, пожалуйста. Пойдем вперед, пройдемся туда по барам. Я, парни, не могу чат читать нон-стоп, потому что я это отвлекаюсь. Да, гречка, кстати, говно, рис лучше, я согласен. Это полностью согласен. Я больше рис люблю. Я помню одно лето, когда массу выбирал, я жрал рис просто по, ну, по два раза в день. Так хотелось полутать, да? Зачем мы голосовали? Все 90 дней. Честно. Евгешку ненавидят все, да. Я на самом деле его не ненавижу. Я просто над ним смеюсь, потому что он полный придурок. Натаха, блядь. Ну вот он реально ёбнутый, типа, чувак. Ну а чё? Чё, нахуя на него, ну, с него гореть, там что-то злее? Я с него просто рожу, потому что он нереально тупой, потому что он просто... При этом он так разговаривает и так похуй преподносит некоторые вещи, будто бы он, ну, реально умный. Реально, как будто бы он что-то вообще понимает. Понял. По жизни. Не-не, пойдем, пойдем туда. О. Надо опять чеху, надо опять чеху раздрачивать немножко. Сейчас чеха скоро прям будет. Мы как звери кого-то за каждую точку. За каждым 47-м сетом просто, блядь, порывом. Иди за 50 сет убить. Да. Рейты какие там дата? А, что про церп? Рейты? За рейты уже проголосовано в группе Церберуса. Можешь открыть и сам посмотреть, я не помню. А дата? Не скажу, меня попросили не говорить. Это секрет. Майкл, так, что? Передай Веслоку и Джасперу, чтобы они меня готовили к возвращению. А тебе где, на банане готовить? Или чтобы они тебя с нулевой секунды на Цербе в КП взяли, типа, и окном протаскивали? Как у нас на классике было, помните? Я дал в КП Лёше и Аконеру танка, Бобби. А Бобби забухал в первый день старта, короче. И они создали чара с ником Бобби и водили его с нулевой за собой. Помните такое? Помните? Пролагайте их лучше заранее. Пролагайте заранее. Пролагайте всех заранее, чтобы проблемы могли спокойно зайти и шахать, там, пиздить их. А ты иди пока на рейнджу. Вот-вот сзади пробегает говно какое-то. 43-й сет, разорвать его нахуй! О, нет, стоп, какой-то побольше. Показалось. Я его в скиллы не выебал. Ну, кто-то еще там добавил нас, но... Сверху, сверху. Сканер. На поводке с нулевой, да? Ну, норм, норм. Хороший план, Джой. Я поехали. Скажу тогда обязательно. Бизон, бежит. Всем здорово. У меня было тупо спидран. Ну, у тебя, кстати, нормально был спидран.
Куда? С нами потом, чё, помнишь? Куда? Так а ты потом к нам попал по блату, к чипу, подойдите, уже 5. Помнишь, что ты потом к нам попал по блату, Маккензи? И мы трахались. Нет, тут людей! Ебать, я до сих пор не всех пролагал. Что за хуета вообще это? Я не понимаю, бля. Можно пиздец? У меня просто умирает экран. Я вообще не понимаю, что мне делать. Я никого не... У меня настолько лагает. Все, поехали, шахи. Я даже не уверен, что я смогу взять двух в руки. Поехали. Куда летим ты хоть? Люська. Я не знаю, где она. Это Кор или Акор? Вижу. Убегаю. Где? Кора или Акор? Да, блядь, где? Кора. Я кинул пески. Да мне лагает просто, я ничего не могу сделать. Вижу. Поставил геосист, парни, вы видите? Хоть кто-то кроме меня догонит ее? Банчо за ней берет. По-моему, на Игреке ебаш. Не-не, она бежит на этом, на бег-допе. Ну, очень долгай. Хорошо, долгай. Вампирки есть, парни? Вампирки есть, вампирки? Дай мне подножку, го, вампирки есть? Раз, два, три, вампирки. Массами надо бить, массами, только массами. Это доджер. Ладно, не убили. Бежим дальше. ВВ снял, если было. Бегите на допингах адреналина, на скорости за ней. Можете притянуться на меня, на Ю, кто отстал. Я прямо за ней бегу. Либо на храна кто-то тэпнуться можете. Бля, ну ее не взять просто. Может кто-то на храна тэпнуться? Нет, так. Еще вытянул. Ну это пизда, тварь ебаная. А что, это стрелок или это? Да, это стрелок. Бля, ебать ты дебил! Ебать, он кинул ей безмолвие нормально, чтоб не бафнуло себе ничего. Я промахнулся. Все, он донесет. Позор, естественно. А че вот вы вампирки не дали, когда я попросил вас? Типа их нет? Я дал. Ладно, я там мислил. Я думал, что рядом с тобой много народу было. Да, че? Я не думаю, что рядом с тобой много народу у нас там было. Кроме тебя, Соски, кто там был? Эдни и вампир. Пуч, по-моему. Ладно, похуй, нормально. Эй, Соска, идиот. Я тоже, кстати, вылетел. Охуенно. Ну ладно, мы столько чека уебали за весь сервер. Ну, чуть-чуть не вышло. Ну, тоже было близко, вообще-то. Ну, блин, ну тут просто слишком много бега. Если чел просто вот добивает чип, чуть-чуть вперед ушел, ты его уже никак не можешь догнать. Он просто въебывает доп на бег и все. Ты ему хоть снимай ВВ, хоть не снимай, он с допом на бег все равно бежит на максимальной скорости. Оффлайн с позором? Да не. Без позора. С чего? Откуда позор возьмется? Одного понерфня? Да нет, она просто быстро снимается. Тут у каждого шоп зеленка. Плюс ген, который понижает. Короче, тут все дебафы быстро снимаются. Например, сетка Кора Лукаря снимается за 1.5 секунды где-то. Ну, 2-1.5 там, я не знаю. Подножка, я думаю, также снимается. Может, чуть дольше. Бег доп в крагах. Ну, вообще не знаю, Винатус, не факт, потому что тут... Например, зато здесь на донос ЧХ тебе дается всего лишь 5 минут. 5 минут вместо 10 дефолтных. То есть ты либо добил и донес сразу, либо у тебя очень серьезные проблемы. Так как донести уже после того, как ты там, допустим, прожал сегодня. Ну вот сегодня добил чел из хаоса, фланч какой-то, вайнот. Мы его просто один раз на серпе поджали, загнали его наверх. Он уходил с пастенкой просто. Мы его на серпе поджали потом, прогнали его наверх, и он уже не успел донести просто. Нас убили, мы не смогли его заассистить, его кто-то в руну дефа поставил там. Кто-то поставил, потому что у него кулдаун был. Вот. И он просто не успел банально донести. И все. Так, пойду в сетку пока. Потом сбегаю в Зи. Так что не знаю, как будто бы у людей, у Кора Акров, как будто бы единственный шанс донести, это адреналин доп и побежал. А вот у белок... Белка всегда может, если добила чип, просто прожать спасенку, выйти и со своего ТП через пятерки донести быстрее всех раз. Потому что белка доносит чиха вообще невероятно быстро, там, за 2-1.5 минуты.
White Corps, еще раз смотри, вот слушаешь меня, вот сейчас внимательно, внимательно, запоминай, Церба зимой не будет, он будет осенью, понятно? Короче, Джо, я не знаю, будет ли жить Церб к твоему приходу, мало ли, вдруг он так же быстро сдохнет, как прошлое, откуда ж мне знать? Бля, почему у меня опять монстры в таргете, в табе? Я не понимаю. Я же ничего не жал такого. Я не знаю, поэтому, ну блин, обещать я точно тебе ничего не могу. Может и сдохнет, откуда мне знать. Сори, блин, I like. Приходится убивать каждый раз. Прихожу сюда. Ну, акры наши враги. Война есть война. И плюс УЦ нужно. Хоть с него идет толком ничего, но... Вот так вот по чуть-чуть каждого и все. Главное, чтобы в пати. Ну хорошо, я им передам. Но вообще там Джаспер мне сегодня скидывал котлету. Джаспер сегодня, Джой, скидывал мне фотку котлеты. У него там 1400 рублей было в руке, а то и больше. Банан выпивал последний раз? Тут через минут 10 надо выпить. Оставь, наверное, тогда выпьешь или ты не успеешь? Уже уходишь? Да, хорошо, выпью. Не, выпью тогда и пойду. На утро завтра вставайте обязательно. Хотя, стоп, добили кто? Коры, бля, будет, да, там много процентов чип. Не 100, наверное, но много. 82, да, скорее всего. Не, ну да, утром, если врагов приходит не супер много, то белок большие шансы взять. Да, мне все равно надо идти на хардух. Бля, мисс, ну какой мисс? Еще тут каждый второй доджер, кстати, на сервере, вообще в курсе. Я не знаю этих доджеров, просто рот ебал. Тоже скоро в додж буду переодеваться, кстати. Наверное. Просто додж, ну, реально очень крутой на сервере. Вот, ну, вот прям... Деф очень мало чего дает. А додж... Ну, просто так подумать, да, берем... Я уже сегодня объяснял в ТС-ке эту логику, но объясню на стриме. Берем, допустим, вот плюшистые перчатки, да? Они дают здесь 75 меткости. У тебя два бафа на меткость. Вот этот и вот этот. Оба работают, оба по 30 дают меткости. Больше тебе меткость неоткуда брать. Ну, еще допинг можешь выпить. Два бафа, руки и допинг. Понимаете? Два бафа, руки и допинг. Все. Все остальное тебе меткость на скиллы, которые работают, не дают. А берем тот же самый церп, где бафа на меткость всего лишь один баф, да? Ну, потому что у тебя второй в эксперт убрали. Но при этом у тебя руки дают 100 меткости. У тебя руки дают 100 меткости. Поэтому если тебе на цербе снимают бафы, ты теряешь всего лишь 30 меткости. А если тебе тут снимают бафы, ты теряешь 60 меткости, потому что у тебя оба бафа минусуются сразу. А руки тебе дают всего лишь 75. То есть тут, ну, вообще по людям с седьмыми тапками просто не попасть. Да даже с шестыми тяжело по ним попадать. Спасибо за фоллоу. Меня кто звал? Большое. Вроде нет. Короче, вообще нереально, бля, попадать. Так. Надо ВК, наверное, прогнать быстренько. Мало там, мало ли какие-то коры качаются. Сделаем обход ежедневный. Блин, хотелось бы поточить что-то сегодня. А чё, сколько у меня медалей, кстати? 140 медалек. Я, может, сейчас пойду тапки точить, кстати. Может быть, мы сейчас пойдем с вами тапки точить. На плюс 6. Вточить тапки на 6 и быть берсом на додже. Круто? Сколько этот баф дает? А сколько баф берса? 15 ворота, да, всего лишь? Маловато как-то. Маловато. Опа, нихуя себе, сколько в вулкане. Короче, Джо, если что, на аккаунте у нас есть гильдийный водила /столб. Короче, с ником Стеф. /столб/мау. Ну, он все вместе, просто 3 в одном. Столб, водила, мау. Вот. Подождите, а я зашел в данж и вылетел. Может быть, расшарим его тебе, как это вернешься из армии. Это бывает. Спасибо большое. Тебе нужен клон вампира для дрожжей?
поле уборщик, спасибо большое. Нет, клон вампира у меня есть два. Так. У меня, ну, я снизу на одну бабку не одел. Ну, то есть, короче, у меня два кулона, но... Короче, нет, не нужно. Черпать два будешь, чтобы два меня отсывали еще и три этапа. Нахуй, короче, это нет, церковь. Ну нахуй так нахуй, не ходи продумать, я не понимаю. Если ты мне просто дать хочешь, то нет. Нахуя мне нужно. Мне нравится, не играю. Даже не заставляю. Три этапа нормально. Я, кстати, голосовал за три этапа. Я не могу сказать, когда серп стартует. Прости, пожалуйста. Этапные серваки. Ну, как сказать, в кайф? Ну, типа, да, в них определенно что-то есть. Блять. Урор их дефает. Мне похуй, я их убиваю. Пиздец, просто блядь, вылетел, проебал сейчас, ключ, да. Охуенно. Охуенно? Мне похуй, я их и так убью же. Даже под затычкой, правильно? Это всегда так здесь работает. ВП не пахнет, как говорится. Мне похуй, что это нубы вообще. И сколько им играть еще на сервере, мне тоже насрать. Your anus. Your anus. Никнейм парня. Крутой. Я не знаю, мне кажется, этапные сервера, ну, раньше мне казались говном. Сейчас... ну, типа, для нынешнего комьюнити это реально выход для многих игроков. Для многих игроков это выход. Бля, тут в пати белок качалось, обалдеть, видели? Все, я выпил. Тоже да? Только пришли, походу. Nice try. О, дай ВВ, плиз. ВВ, 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 есть. Дай ВВ, у тебя по-любому есть. Надеюсь, у него седьмого. Спасибо. У него ГМВ хороший. Я думал, хорош. Может, тебе вампу нужна, я поменял на твою. Нестандартными, думаешь? А зачем это надо? Что мне кажется, нужно? Наоборот, этапы должны быть стандартными. Забей, короче. Ну, вообще, не знаю. Вводить? Да, конечно, Вайткорс. Подписку сразу я берем на тебя. Попробую. На. Я уже пару. Сразу месячную этап. Подписку. Ну, ладно, наверное, не месячную, плохо. Там же будут этапы, еще поэтому... Блин. Сразу там двухнедельную подписку или даже десятидневную. Короче, я не знаю, как там будет кач, поэтому хз пока. Поэтому да. Ну что, эти деньги? Стрим, белка с пачкой. Вот из этой пачки, да. Которые качаются, ты имеешь в виду, или что? Я не понял. Давай, если у тебя выпадет колесо. Если да, то, блин, кинем им потом в конце рейд. Из балка нужна? Так, нужны балки и штурм, да. Согласны? Я тебе на балку поменяю, если кулон, ну, кольцо, понял. Кулон? Ну, кольцо. Так он вроде называется, кулон вампира, нет? Не рассчитывай на много, мне 46 кака. Им рейд, чтобы покачались мы. Ой, ладно, Винатс, ты прав. Чем богатый. Ты прав, никакого рейда, да, сори. Чего? Кулон королевы. Ой, заебись. Он кулон называет? Да, кольцо. Стану оконным столбом. Ну, это, конечно, не самый выход. О, ладно, я уже... Ладно, я их убью, раз уж я сюда пришел. Я их убью, конечно. Так. Это халявная ОЦ, которая мне как никогда нужна, потому что я в лампу не прохожу, и мне надо наливаться. А за этого оси по 69 каждый раз наваливает. Это вообще-то немало. У тебя два хища было. 69 за фраг? Стабильно, если его убивать здесь? Урод. О, за это вообще по сотке. Бля, так мне нужно реально... Короче, у меня план! Я завтра врубаю стрим и просто аннигилирую всех нубов, пока не перелью каждого под ноль. Тоже не поменяется. Ебать, вот это я гений. Мне похуй, что это будет не особо там интересно, но это будет челлендж. Просто челлендж 300-400 фрагов за день, нахуй. Нормально, смогу набомбить столько. Блин, конечно, это все будет делать в какой-то лампе в идеале. О, в Z не был давно, надо Z проверить. Мне надо еще где-то 1300 ОЦ, чтобы точно проходить. Что ты хочешь проходить? Чтобы прям вот 100% чего? Проходить, мне надо еще 1300. То, что ты ледяными шипами... У меня вот 950. Больше, чем...
Сейчас я скажу, у Назада, бля, вот не показывают, тут просто хуёво отобрали. А Назад, кстати, это в теске еще или вышел уже, чувак. Ща. Ты тут? Он, кстати, в теске. Левое яйцо, ты тут? Можешь сказать, сколько у Назада? Короче, Назад, по-моему, 12-й. Да, ты можешь да. сказать, сколько у Назада сейчас точно у С? Ты же на нем в игре еще? 1 500 000 970 Угу. Вот. У Назада ровно на 50-ка больше, и он, на, и он, по-моему, на 5 позиций в иерархии выше меня. То есть, по сути, мне нужна сотка, и я уже буду там где-то на 8-м месте. На 9-м, на 8-м. Это где-то 4-5 дней. А если жестко стараться, вот, набивать фраги, бегать, то, наверное, даже гораздо быстрее получится. Чей голос? Это был голос левого яйца, просто. Твоего сагильдийца. Я просто на фулл вайм-то, да? Привет, пожелать? Metal Me. Да, мы на ЦЕРП, скорее всего, пойдем. Но пока что очень собираемся. Там, сразу фулл КП. Там как бы, если вдруг какие-то, какие-то жесткие изменения, что вызовет какой-то негатив к ЦЕРБу, ну, вообще, скорее всего, пойдем, короче, что мне выдумывать? Пока что предварительно мы, да, идем. Кого он тут качает, интересно? Берлин Техно, НЦНЕ, Бен Бен. Обалдеть. Урод. А чё урод-то, блин? Чё урод-то? У него подписано в TeamSpeak Замсеня Назада. Он просто бегает назад и всё. Ебать, ну прям чувствую, я просто... А, ну это надо после 12 глядеть в иерархию. Хотя можно и сейчас, я думаю, мои 8 тысяч особо ничего не изменят. Ой, то есть нет. Ой. Вот, я 18-й. А Назад с лямом, у него всего лишь на 50 тысяч больше, и он с лямом 12-й. То есть, по сути, мне 150к, я вот буду где-то, где Фролов. Нормально, короче, недолго, на самом деле. Главное делать харду каждый день, и все. Ну, и типа, так вот цель наливается. А то с Витей не получилось. А почему не получилось? Че Витя не так сделал? Если ты про Кока говоришь, конечно. Ну давай, а у тебя вообще ТС-ка-то начал есть, или ты как, ну, собрался зайти? Уверен, у нас новая ТС-ка. Все. Не, гора, у нас новая ТС-ка, у нас новая. Там поменялось пару буковок. Ну, если что, я думаю, ты не потеряешься. Я постоянно стримлю, ВК отвечаю. Че вот готово? Спросишь потом новую, у нас новая. Бежа готова. Реально? Мы с СГОМи разъехались, поэтому... Не было денег. У них, по-моему, вот как раз старая осталась, а у нас другая. Хотя я не уверен, что у них старая, может, они тоже изменилась. Нет, Нудосов нет. Я не везде убиваю, неплохо. Если попаду, конечно. А почему у него столько хп? Сколько ровно, чтобы купить одну ТП в Бля, они сейчас еще все сбегутся, и все будут его дефать, да? Давайте все будете его дефать. Блять, срочный сбор в лабу, тут кор квест сделает. Помощь максимальную. Общий сбор. ВСЛО, крыса. Да чё, я когда зову тебя в лаву, ты всегда знаешь. Никогда ты меня сегодня ни разу не звал. Ты говоришь, мне похуй. Ты пиздобол, ты сегодня меня ни разу не звал. А, вы с Гоев тоже сменились? Майкл, я выпил, короче, на ней банан. Хорош. И выпил. Окей. Я пошел. Давай, спокойной ночи. Веслок, помоги в лабе. Чего? Всем ББ. Давай, ББ. Веслок, чмом будешь, помоги в лабе. Хуя, блядь. А? Иду. Спасибо, Веслок. А еще Африка тут? Тёмыч. Тёмыч, залупыч, блядь. Хуесосич. Говнякич. Африка, блядь, тварь. Звони ему. А, точно, захотел, да. Да, было дело. Конечно, забыл, блядь. Это было один раз, и то ночью. Как хорошо, что у меня телефон разрядился. Ночью, как будто бы я реально засыпал. Вообще даже... Ну, я просто не сохраняю адреса каждой тестки, поэтому...
поскольку не сохранил его в закладках нигде, ну, соответственно, уже забыл. Нахуй я тебе нужен, Владик? Бля, тут просто пол пати кор живых и половина окон. Можете помочь? Убьем их, нахуй. Разорвем ПВП. Тут с каждой можно неплохо слить, на 60 плюс все. Эдик, Гиби, помоги, где он? Асмус. Асмус, где? На ПВП минус 9 тысяч. Вестлок. На минус 3. Вестлок, быстрее, да мы их порвем. Найл, срочно. Я в серединке. Алло. Хелп, ТП, лаборатория, картела, быстрее. Они почти доделали квест, я уверен, они сейчас начнут уходить, нужно быстрее. Давай, гора, пока. Чтобы они потом нам мешали делать? Кто? Эти, вот эти вот, блядь, я же не знаю, кто это. Оранжевый значок, они никому не помешают. Блядь, твари, не могу убить еще Жирена какого-то. Бля, реально, Жирен просто Жирен. Блять, Короть просто помогает мне акро убить. Как же они не хотят, чтобы мы их писали. А, я не знаю, мне теперь неловко их убивать, она помогла акро убить. Блять, просто мразь. Сканя, ну там дальше дохуя, ладно. Блять, прощены на сегодня. Ну вот эти вот не помогали, этих убьем. Давай, Найл, туши, я их убивал просто уже. Бля, как же седьмая палка ебашит. Так, не, мы точно идем убьем. Так, ок, Васька, Васька. Блять, сука, зашел в город. Скоти. Так, ну сколько там еще пати? Таксист в лабы портился. Там еще... Две пати. Ну как пати, такие не фуловые. Вот тут поверху давай пойдем. Че, он идет за нами, типа? А нахуй ты идешь? Че он следит за нами? О, вот она, Элизабет, которую мы на ЧВ просто разорвали, помните? Сюда, блин, 18 очков статуса. Везде настигнем ее, нахуй. А ты ВС, да, наливает? Ну как наливаю, 18 ОЦ? Ну я вообще планирую завтра, наверное, просто побегать и подрочить в фулл локации вообще всех. Во, вот этих ебашим, они мешали нам однажды. Мешали, блядь, твари. Арчи, убить этого нахуй. Бля, мы их вообще не убиваем, почему они просто убегают? Снимите ВВ этому Арчи, кто-то ВВ снимите, умоляю. А, два окна мы отпиздили, просто их не я добил. А мне еще кикаты ебаные. Хотя бы Арчи я добил. И этого тоже я. Там еще кто-то есть, еще. Эй, это ПДД в прошлой неделе. Спасибо большое за фоллоу. Бля, вы 60-е говно сначала? Ну ладно, давайте, я добиваю. Блин, я вообще не шарю, как я с шестими руками блок. Мак, три блока подряд, что это, мак? Этого вообще, походу, взять не могу. Вестлок, может, побьешь его? Да, думаю, его не взять. Ебать, мы ему бьем. О, жира, блядь, а чё с ним? Да пошел нам. Вестлок 115, ну не бей, ну все видят на стриме, ты чё, больной? 407. Видно, Вестлок с тебя, пошли дальше. Да, плюс 6, пуха говно вообще. А Найл сколько бьет? Я не вижу. Да это танк в седьмом сейде, походу, чё с ним сделать? Мы в дебафе. Они в бафе. Шнурки на пробив. Да, у меня шестые, вот я ему 4 блока въебал там другому типосу. Тут клоун, тут клоун, наткнулся на клоуна, срочно, идите сюда быстрее. Алло. Бля, он мобов бьет, смотри, говно, мобов бьет, нас не трогает меня. Бейте. Бля, там кора, которая чихай, ебать. Надо, блять, еще одна, блять, их тут много. О боже. Ладно, все, придется убегать, парни. Кажется, мы себя наебали, нахуй. Ты вроде спец. А карче вы? А, Тмус, что ты делаешь? Можешь мне объяснить? Что? Асмус. Чего, что ты там остался? Зачем ты бьешь танка? У меня свои счеты с ним. Ты ему бьешь 1300.
Блять. Бегаем. Бежать надо. Зазмус просто пьяный какой-то всегда, бля. Я просто в ахуе. Я просто в ахуе, блядь. Ну, парни, 22 кровки, ни одной экспы, мне кажется, это хуйня, да. Не повезло слишком. 20 медалек всего хуйня. Не упало, блядь, стек голды, 3 открытых джейда. Ладно, это вообще ни на что не повлияло, но меня это все равно пиздец, как я просто в ахуе из того, что он просто вот отстает, пропадает, не дерется. Дай ВНА, пожалуйста. Да мне тоже. И в обратную сторону, там сначала убьем. Если кто-то есть. Вот говно бежит, сразу. Ну его массами надо бить, парни, чё ж? Не успел, наверное, конечно. Вон, я в городе. Ваха, почему они тоже никого не успели убить, так долго били? Он попадает по теле? Миссы, нормально. Сколько нет, тебя, сколько тебя дочил уже? Ну, шестой этап, и фулл цит или не фулл? Ну, я переодеваюсь, у меня еще это... Найл, дашь додж и ВВ? Оверпер бежу. Из грязи в топ, история успеха. Да, бля, на самом деле, их отъебашить вообще не сложно. Просто видишь, у нас, ну, все АФК, блядь. Гиби, АФК, Африка, АФК, Эдни пошел спать, потому что утро. Так бы, блядь, этих волнов ебашили бы здесь и ебашили. Это вообще не проблема. Как игроки, они, ну, я не знаю... Это у тебя плюс шестые этапки? Уже нуля, так сказать. Седьмые. А, седьмые. Можно представить коллектив, который бы именно, ну, прожимал кнопки хуже, чем они. Да не, у меня пукан не горит. Я в ахуе из того, что Асмус постоянно где-то отстает. И это из раза в раз. Из раза в раз. Каждый раз абсолютно. Абсолютно, блядь. Не говорит, сука, куда. Просто не говорит. Я тут не видел. Да нет, вы можете даже не трогать. Вайон, нихуя себе. Ну, кстати, да, я неплохая игра. Если бы я бы не пошел... Если бы я не пошел на банану, не пошел бы на Essence, они сейчас будут не пошел бы никуда в RF онлайн, я бы... Да мы их задоджим. Я бы 100% бы пошел бы в Ion, просто сам поиграть, посмотреть, понажимать кнопки. Если бы понравилось, может быть, задержался. Я однажды ходил, мне нихуя не понравилось. Вообще. Может, Ладвас, Миша и Кейлом же есть. Это то, что надо, да. Ладвас, Миша и Кейлом. Я бы вот Хорхе бы убил лучше. Честно. Блять, что, он прожал фул чечен на мою подножку? Блять, фрик. Ебать, это куда он? Стратосферу, походу. Это без ВВ еще. Ну, доп адреналина, чё, блять, ВВ не нужно. Да, это ВВ, по-моему. Там ВВ сзади, можно просто бежать туда и все. Рано или поздно нагоним. Решил пит-стоп сделать. Слушай, эти перестали бежать. Давай, Лен-Ван, спокойной ночи. Я попробую... Ух, убегаем. Я попробую сегодня... Ой, сегодня. Завтра пораньше подрубить, скорее всего. Блять, он может меня поймать. Если бы у него был лук на радиус, он бы меня 100% поймал. А так, походу, он не сможет меня поймать. Или сможет. Сейчас посмотрим, если он... Найл.
Ну все, убежали. Хорош, хорош. Насрали в рот Хорхею и убежали. Круто. Как детей. Так. Бля, убью пушки нахуй. Я убью пушки, чтоб я не могу сделать. Вдруг им надо кому-то. И это говно, блядь, мне кажется, ББшником передебафаю просто на Oxy Games. Какой бездарь. Бля, 680 ОЦ потерял. Ладно, мне похуй, это такие копейки на самом деле. Вот, вот когда на чувете нуб какой-то добивает, это уже неприятно. Дай вы. Так, ну да, тут их, конечно, много. Банится это... Какое чего именно? Вот, на чего... вот можешь посмотреть потом в записи сегодняшнее вечернее чего. В принципе, они все похожи. Все однообразны. Две расы засосника уходят на наш чип. Ну да, неплохо так. Магатанки на додж. Надо каждому абсолютно бегать на додж. А смысл, зачем ты пулик это в руки берешь вообще? Он на ворот у меня единственный. А. Ну, ладно. Так, ладно, тут не ловить, я пойду здесь бегу. Смотри там. Где союз коня? Какого нахуй коня, блядь? Я ебу, где его союз. Я даже не знаю, кто это. Кто такой конь вообще? Я вижу такой ник, да, но я понятия не имею, что это за игрок. Как это дали патра? Ты меня зачем спрашиваешь, я откуда знаю? Откуда я могу вообще знать, как ему проиграли Патра, если я не в ответе за Патра Фероусфистов, как бы, это их Патра, они тянут Патра. Все, что я делал, поскольку мы не, даже у нас ни один человек не прошел в голосовалку, ну, мы и не регали, ну, и не было смысла, потому что мы не проходили. Это было обидно. Вот, и, типа, мы просто, я просто сказал всем, ну, вливайте там, кто когда хочет, голоса, да, голоса обмарены. И все, да, просто это, вливали там свободные голоса, штуки, кто, да. Ну, мы же не настаиваем нихуя, не стараемся там, типа, над голосовалками копеек. Не потеем, потому что Евгений там пачкает, нас какой-то. Даже никто не проходит. А они до этого брали патра без конечно. Помехи вообще, без какой-либо. Ну, почему сейчас? Поэтому, ну, они где-то не доглядели, это и был их паттерн. Все, вся вина, открыл. Я считаю, на их плечах. Мы как бы плюс-минус 40 голосов закинули. Ну, так, чтобы гены, которые так выпадают, стакали сразу. Ну, мы их закидали просто так, потому что больше нет один хуй. Так они своего день, кандидата так не они было. На 60, ну, 4, почему все уверены? Попробую прочитай. Ну, потому что я, например, общался 4, с админом, и я прекрасно это знаю. Тоже я думаю. Прекрасно знаю, когда откроется сервер. Он откроется в этом году. Так, надо... Это надо, блядь, приходить надо с вот работы сюда. И ходить в данжи, чтобы, блядь, в следующий день ходить опять в данжи, да? Но не с 65-й палкой, типа, да. С 70. Вообще странно, с чего ты взял, Африка, что тебе нужно прям столько что много данжей пройти? Ну вот я прошел 22, мне упало 3 джей до открытых, нахуя. А, да? Так эти коробки, потому что открывать не надо. Ты что, прикалываешься? Ну зачем ты коробки эти открываешь? Просто я не понимаю до сих пор. Ну потому что я выбиваю закрытие джейды. Mm-hmm. Ну вот смотри, я за все данжи, что прошел, я не выбил ни одного закрытого джейда. Вообще. Я просто, когда у меня кончался джейд, я брал и открывал коробки вот эти, которые ходил и не открывал все время. Ну... Можно и эти копить, но... Я эти и копил, когда мне нужен был джейд, я их открывал. Мне всегда падали исключительно открытые. Мне ни разу не падало закрыто. Вообще ни разу. Мне тоже за 2 стака данжей ни одной закрытой не было. Я дед. Может, они не падают? Мне кажется, закрытые падают только 51... 50-55 вот в этом. Какой соска и Африка? Оба 66-е. Потому что оттуда мне выпало, вон у меня вот, 6 соска 66-й, коробок есть. Африка по гильдии еще этого, отображается как 63-й, но он тоже 66-й. Ну не, сейчас по-любому надо открывать там Макспа, может упасть медальки. С его явным пренебрежением, ну да.
Кстати, тут я вот... Может, когда 50, да, поостанется. Тут я согласен. Не даже не так не надо. Кровь. Он все равно прислушивается к игрокам, все равно делает то, что просит. Но он это делает слишком поздно. Ну, типа, вот, допустим, его просили бег в альтабе, блядь, сделать чуть ли не со старта сервера, чтобы все удобства, которые есть плюс-минус на эссенсах и прочих, чтобы он их реализовал на цербе. Но он это сделал только тогда, когда у него серф уже сдох. По сути, правильно? Поэтому, ну да, он... Не то, что пренебрегает, он просто думает, что, блядь, да, типа, у него свое видение, и он, типа, просто стойко стоит вот на том, что его видение важнее, что вот то, что он планирует сделать, что это сильнее повлияет на, там, удержание игроков, на привлечение игроков, там, и так далее. Вот он просто свято верит в то, что его идея лучше, чем вот то, что ему говорят, и поэтому он не делает то, что ему говорят, а когда... Получается так, что помимо его крутых идей, есть еще и общие идеи, которые, ну, как бы, уже практически обязаны быть в игре. Вот только тогда он начинает что-то делать. Ну, типа, просто с запозданием большим. Когда дата открытия Essential Raid, я думаю, март месяц, там, 7 марта какого-нибудь, 7 февраля, пусть знает. Я думаю, Low Raid будет когда-то тогда, типа, февраль-март, скорее всего. Может, январь даже, хуй знает. Короче, как Миша Кэл в линейке пизды получит, тогда будет открываться Low Rate Essence. Что тут непонятно? Соска вообще не качается? Нет, он качается. Только на квестах. Мобов он не бьет. Он старается делать все квесты. И на бананы, ну и на бананы сдавать. И ну, харду, понятно, он делает. И еще какой-то, какой там есть еще? На кланов этих берсерков тоже вот он его вроде делает. Ну, то есть мобов он, да, не бьет. Ну, а ему без танка это тяжело делать. Хотя у него есть мои пароли там. Но я очень много в игре, на самом деле, сижу сам, поэтому на мне не так-то просто водить будет. Не знаю. Не знаю, что там депутат делает. Депутат, по идее, сам делает сервер. То есть там будто бы его, ну, будто бы близкие его, ему люди это делают, а не... Сирчик One Piece? Нет, конечно. Если ты про аниме, то оно же на 1000 серий. РФ-депутат. Да нет, там что-то другое будет. Я не знаю, когда он... Ну, он готовит эту хуйню уже вроде как давно. Его специально обученный человек готовит этот сервер уже давно, но когда именно он там собирается открывать, я не знаю. Я не понимаю, Сирчик это аниме или это сериал с актерами реальными по One Piece? Я не, да мне anyway, похуй, я вселенную One Piece вот не знаю. Вот смотрите, я чуть-чуть шарю за Блич. Я обожаю и смотрел полностью Наруто. Я посмотрел половину Хвоста Фей. Ну, это я беру, типа, такие аниме, как... Это пиздец. Ну, нет, я говорю, шоп-магазин, Эдик, если переводить на ценники Essence и прочих, классика того же, да, цены в шопе на шоколадки, ну, я на расходку имею в виду, резалки, шоколадки, вот эта вся хуйня, добы, 55-е, там, на крит, точность и прочее, она везде стоит одинаково. Но просто, ну да, окей, дыроколы на цербе стоят пиздец. Вот открываем дыроколы на банане просто, смотрите, производство. Дырокол 30 БП, это меньше 10 рублей. Это рублей 7 стоит один дырокол, понимаете? 7 рублей просто на банане. И на цербе, блядь, миллион, нахуй. Гены? Ну да, ладно, там гены на неделю, окей. Из-за того, что они на неделю, конечно... Да, они не должны быть на неделю. Они должны быть на нормальное количество времени. Ладно, на самом деле, зато там всего один ген нужен на атаку. Все остальное это хуйня полная. Какой там дев-ген вообще не работает. Когда ЦР по СБИР? Уже обсудили, уже как бы все озвучили. Ты опоздал чуть-чуть, приходи завтра. Его вина, он на офф заходил и в ЛС всем писал подряд, письма отправлял. Неправда, неправда, он так не делал. На оффе все его привлечение внимания было заключено в том... что он просто донатил много, бегал, всех убивал, задрачивал,
выгонял нахуй с сервера. Вот так вот, вот чем ему, вот какова задача была его на офе. Но при этом он оставил Савельеву 500 000 рублей просто. Ну, зато он купил рекламу для офовских парней себе в учет. Хотя, блядь, один хуй, да, вот о нем узнали многие офовские люди, но гильдия No Comments сидит на мамбе со 100 человек онлайна и вряд ли пойдет на церп, как будто бы. Ну, хотя, я думаю, что если я их позову, я как бы с Чаки по WhatsApp могу связаться всегда. Я думаю, можно будет через Чаки, ну, типа, зазвать их на церп. Чаки кайфанет с церба, я уверен. Просто все через аукцион заходишь, все покупаешь через межрасовый аук, шоп закидываешь только напрямую, потому что с рук покупать не имеет смысла, все так же стоит. Гэм, что это? Что это такое? Это что вообще? Это что тут? Это что тут за патина? Что за дискотека? Я вообще не понял, что это. WhatsApp, это серьезно? Ну да, так он мне сам написал WhatsApp. А ситхи, если что, Винатус, бля, убивает белок, пиздец, смотри, что делает, вот дурак. Мне ВВ снимает, зато придурок. Пипец, вот клоун. Тебе их заново вести сюда придется. Блять, позорник. Не, ну очевидно, он один мне ничего не мог сделать. Пришлось звать братву. Блять, успел тыкнуть уебище. Бля, он что, тупой пес Кими кинуть не может? Нет, кинул все-таки. Вот тебе и РФ банан. Админ окна раскидывает по локациям, да? Бля, смотри, бежит. Меня, конечно же, меня. Ну, конечно же, кого же он будет тыкать? Меня. Ну, разумеется, меня. Я же, блядь, ну, такой грозный, мог ему что-то сделать вообще. А трапа бах, он не додумается металлку в руки взять, да? И мне было очень любопытно, додумается он взять металлку в руки или нет, он не додумался. Позорище. Ладно, бывает. Ладно, бывает, чел, ну, не супер умный, конечно. Так, чё, ВВ мне кто даст? Флагиолет, maybe? А, это хуй галет теперь. New Era, дай ВВ ПЖ. Ребать, чё это новая гильдия за белок создалась? Вось я хочу. На, у тебя на палку быстро пит умирает. Даже с питом. Все большое запало. К сожалению. Никита не ходит. Почему? Ну, подходит. А это сейчас гильдия, я такую не видел. Ну, не сильно поменялось, типа, что Леонка, что так. Может, секунд на 20 быстрее. Это гильдия, тоже какая-то относительно новая Unity. Ну капец, конечно.
Так, я не договорил про ситхов, то что я слышал на каком-то стриме давно. Здорово. Привет. Кто-то пойдет на пальму? На К1 пиздеца. Давайте попробуем гопси тэпнемся. Куда? На К1? Да. Африка тоже нужен. Бить его? Ладно, бог, не буду. Вот кору бью, пойду сбегаю. Я начал говорить, что на каком-то из стримов слышал, что кто-то сказал с ситхом, вот, пойдете с нами на Essence, или то ли на ЦР, кто-то сказал, возьмем вас с собой, там, что-то, короче, такое, кто-то там с ними общался, с какой-то из девочек, я не знаю. Наверное, с забавой, потому что вроде бы это был голос, ну, не голос апельсинки, ее голос я помню. Вот. А вот но голос забавы я не знаю, я с ним не общался никогда, поэтому... Поэтому вот я... Слышал, как ее позвали, и она сказала, нет, типа, если и этот сервер закроется, как оф, типа, она так и сказала, если и этот сервер тоже закроется, то мы с РФ-кой завяжем навсегда. Поэтому, боюсь, это уже не ваши союзники. Да похуй, сколько они где качались, зато они играют до конца, и они будут полезны. В принципе, любому проекту такая гильдия будет полезна. Но... К сожалению, их больше не будет. Да не, ну тут факт. Ну, чё, Алексеич, они после оффа нигде не играли. Это гильдия ситх, там как бы они не все кореша. Часть они набрали по пути. Там, по сути, корешей это апельсинка, ее муж. Вот, может быть, забава стала их корешем каким-то. Я не знаю, просто... Я помню этот состав, вот именно тот, который создавала всегда так, чё, ну, апельсинка и ее муж. Надо. Там из... С тех игроков да. Вообще, помню, никого не осталось. Вообще, помню, никого. Сейчас я уже... Кто я тоже говорил про последнюю гонку. Ну, блин. Не, ну понимаешь, что ситхи это офовские челы исключительно. Вот следующий церп. МБ еще классик потом какой-то. Нормально ты. А вы где? Я тут стою на пальме. АК-1, я тут один. Мы кору гнали. Еще лампа тут в 60-м сете стоит. Ну и потом еще разок на церп. Да, потом заключительный, добивной, так сказать. Добивной церп. Ну вышел. Блять. И все. Давай. Все, убиваем перчика. Да, блядь, где? А, точно, я же в пальце. Справа анимай. А, все, вы его убили или он что-то нажал? Убили. Хорош. Да, Маккензи, на последнем было поменьше. На первом было, ну, на первом классике было, я считаю, получше, чем на втором. Хотя на первом не было изгоев, по-моему, да? Или были, я не помню, кстати. Они были вообще на первом изгоев-то на классике? А что это за... Вроде не было, да? Да, 60. Вон, перчик. Да. О, он варлок, вот он почему так немало бил. Пусть ходит, Асмус, не подходи, ты его не убьешь. Да иди сюда. А зачем вы топ-левелами сюда идете? Гола нет. Можете не лутать пальму топ-левелами, кому голда не нужна. Пойдем, набросились. А ведь он вообще шляпа усатый. Можете руки на точность надевать всегда? Потому что вот каждый второй доджер. Ебать, за него 220 дают. Вот бы он еще тэпнулся. Пальму в камень поставили, ебать. Слейд еще бежит, го слейда. Тыкайте. Там еще горловой лох какой-то бежит. Слейда убейте все. Бля, вы еще не добили ебаную пальму или что? Все, быстрее, пожалуйста. Слейд шаху нажмет, побежит у вас, блядь. Я шахаю. Ты куда шахаешь? Там никого нет. Асмус. Мы слейда бьем, блядь. Бля, вы... Ну, я этих двоих шахов просто... убил. Вот сюда можете бить, и все. Перчик. У тебя перчик в скилл бил. Заткните его, его нужно обязательно затыкать, чтобы он не бил. А вот бы мне еще раз. Плюс 2 КОС. Машенька! Ебать, тварь. Маша, ебаная, ты куда нам? Подождите, а с данжа что, может упасть 3 коробки в данж? Да. Да, может. Тебе надо 10 ключей Африку дать? Ну, Роме понравился? Да. Так вы на первом не играли вроде.
В Винограде на первом. Или играли, я нихуя не помню. Что было на первом? На первом... Вы не играли на первом. На первом были Токсики и кто? Токсики, Undefeated. Или были, блядь? А, точно, игру... Да-да-да, все, нудовка. Стоп, а, блядь, нудовка на втором, значит, ушел из этих. У меня пропал. Из изгоев, да? Белок делает. Ну, короче, первый был поинтереснее, я тебе так скажу. Я просто тройной назад. Вот, Винадус, честно сказать, первый был поинтереснее. Там было больше драк, больше активности. На втором была более пассивная игра такая. То есть просто фрикач какой-то там. Просто стояли по своим спотам, друг на друга не агрились. Изредка были пизделки, там вначале у вас там с спадой в ВК, потом у нас на Илане с вами и с токсиками. Там, ну, короче, такие микродраки, и по сути все. Да, первый осенью открывался, перед декабрем. Или даже в декабре. Нет, перед декабрем, по-моему. Я не помню, когда. Точную дату я не помню точно. Так, у меня фейлабы еще остались, да. Ну да, возможно, перед летом. То, что большинство хотело отдыхать уже, а не потеть жестко. Бля, сколько человек делает харду, это пиздец! Как мне потом ее делать? Я сейчас уже раздрочил многих, да, и сейчас будет неудобно харду делать. Да, Африка попросил, чтобы ему на английский сменили, потому что... Майкл, а что, на первых котах так же, да, по итогу? Ты потестил? Че? Ну, на первых кошках в ЗЧ. Однохуйственный кач, как на вторых, да? Я в итоге не вставал на вторых. Ну, смотри, мне за фулл рейс пришло, который я убивал в два захода, я убивал где-то 30, плюс где-то 10 мобов. Ну, или там чуть меньше 10, 30 плюс там 8 где-то. Вот. За все это я получал 0,7 примерно. То есть, как будто бы на следующих идет так же. Ну, точно да. Не лучше. Ну и не хуже. Так же, я думаю. Новый церп в ноябре. Ну, не могу точную дату сказать, но до декабря он откроется 100%. Здесь, короче, гриндайзер, если у тебя русский никнейм, тебе люди, сидящие из зарубежного типа клиента, ну, который рассчитан для зарубежных игроков, они не могут, ну, они не видят твои буквы, соответственно, они не могут тебе написать, они, куда, короче, они не понимают, да, твой ник. У них это как иероглифы. Блять, он от моба сдох! ГГ. Да, слишком много людей делают харду. Оп! Хотели убить меня, дырки. Так, чем? Так, надо, наверное, Z бегать, проверить, законтестить еще. Перед сном надо Z по-любому законтестить разок. У меня еще есть туда телепорты. Блин, в лабе я не возьму их. Я один на ББшнике вообще никого не сел. Так вот, ты сам веришь в новый церп? Кроме изгоев и прессов никого не осталось, гиты уже слились. Там не будет контента. Почему на Цербе anyway будет дохуя людей, понимаешь? Но на Церп пойдут все. Бля, как следит этого акротанта, нахуй, который фармит в Зе. На Церп соберутся, ну, много людей. Почему? Да. Чего ты решил? Никак. Испада, Инфинити. Мисфицы пойдут, 100%. Да, ну на Церп изгои тоже под вопросом. Тоже непонятно. Это неправда, Аляска, QQ, понимаешь? Если не пойдут, если в РФ-ку не пойдут топ-коллективы, типа, ну, крупные коллективы, топом гейтов я назвать не язык не повернется никогда, вот, но если не пойдут крупные коллективы, типа, там, гейтов и изгоев, то это будет дорога для других коллективов, на их место всегда кто-то встанет. А общий онлайн-сервера будет держаться высоким из-за огромного количества РМТшников, каких-то соло-плееров, то есть... Еще он заикался Барсик о том, что попробует привлечь внимание зарубежных игроков. То есть, если пару-тройку гильдий он сможет задрафтовать из-за рубежа, это тоже большой плюс будет.
Они не сольются за неделю, типа, никак. На Цербе развитие будет не неделю. Я все это говорю не к тому, что я, блядь, пиздец верю в Церб. Я верю в то, что он проживет столько, сколько он живет всегда. Минимум. Да? То есть, ну, как минимум, он проживет ровно столько, сколько живет обычно. То есть, свой минимум он 100% выполнит. Я не говорю о том, что он должен, там, буквально обязан, да, перепрыгнуть, ну, просто через все свои прошлые открытия и открыться гораздо круче. Нет. Так я не считаю. Так, кто-то говорит, что в Z фармит какой-то акротанк, блядь, а его я потом по итогу не нашел. Где он? Ладно, пойду в сетку. Что значит, о каких зарубежных притоках? Бля, я не понимаю, в чем вообще вопрос твой? Во-первых, схуя ли вообще вопрос ко мне? Во-вторых, что... Я же вроде как по-русски только что сказал. Он сказал, что хочет задрафтовать игроков зарубежных. А, ну понятно. Ну хорошо, хорошо. Все окей, это же твое мнение просто. Зачем ты тогда спрашиваешь, если... Блядь. Просто нелогичный вообще вопрос. Ну, не надо задавать вопросы, если ты стоишь на своем вот стойке. Я просто передал, что он сказал. Мне абсолютно похуй. Будет это, не будет это. Реализовано. Я просто не знаю, что нужно делать, чтобы людям не казалось, что он хуй положил. Вот что нужно делать. Вот был бездон, да, как пример, админ просто проебался, вообще ничего не делал, абсолютно нихуя не делал, даже ники людям не менял, люди по 2 месяца ждали, чтобы ник переименовать после покупки аккаунта. Да, взять пример, бездон какой-то. А что вы вообще ждете? Савельев, он что-то делал, вообще никогда ничего не делал. Никакой офф-сервер никогда нихуя не делал, бездон никогда нихуя не делал, но все эти сервера, как пример, прожили дохуя времени. Что я немножко, вот когда говорят положил хуй, честно говоря, не представляю, что нужно делать, чтобы людям не казалось то, что он положил хуй. Асмус тут. Как же орех Гриша. Реально, я бежал со школы, чтобы успеть слутать с ореха одну кристальную талику. Я с таким кайфом ее клал в банк. Вот. Это было незабываемо. Орех Гриша, легенда. Ну, видишь, да, то есть я просто перечислил примеры, когда это все, вот, ну, сервера, на которых это вообще не требовалось. Где это все было нахуй не нужно. Есть куча рычагов, но ты требуешь это именно от Церба, правильно? Ведь все же остальные сервера тоже живут. На Essence ходят в Церб. Тоже живут по хуйне вообще. На Essence? Ну, цербишные убивают. Пойдут крупные стримеры, сервер будет там жить, что, пока они будут стримить и играть. Это бред, нет, это бред. Стримеры в РФ-ке, я уверен, что не дают нихуя. Стримеры в РФ-ке очень мало дают чего. Это вообще... Стримеры в РФ-ке это пыль просто. Спасибо большое за фоллоу. Тут важна другая реклама. То, как завлечь людей на проект. Стримеры людей нихуя не завлекают. Они просто... Стримеры просто показывают, что вот... Такой-то сервер на текущий момент времени живет. Это вот все, что они делают. Но они никак вообще не привлекают людей. Всем похуй на стримеров. Никто не идет на сервер, потому что его стримит какой-то чел. Вообще такого нет. Что это за хуйня вообще? Блядь, откуда у него путы, блядь? Ну 47 левел. Давайте еще запиздите меня. Запиздите меня 40 левелами, нахуй. Давайте. Конечно. Да. Бля, ебучие гекаты, это просто жесть. Вот что вы думаете, эти игроки на сервере благодаря тому, что я стримлю? Вряд ли.
Блять, я вот... Как мне крутить? Я вообще не могу понять. Вы хотите сказать, у этого чела есть крит-сет? Да все, фурор, мне одного осталось забрать, все. Одного забираю, ухожу, че, ну, не сопротивляйся. Блять. Ладно. Сука. Ну, фулки чена бомжа я 45-го тратить не собираюсь. Сейчас, подожди. Сейчас, секунду. Блять, что это? Да что со мной? Что с персонажем стало? Это что? Я убрал руки с клавиатуры, я нихуя не делаю. Так, почему я зашел? Потому что видел тебя. Ладно, я согласен, смотрите. Ну вот, смотрите, вот да, вчера за мой стрим 3 человека зашло на сервер. Блять, что мне сделать? У меня была такая же. О, тема, отлагал, да? Это пески закончились. Обалдеть. Они показывают, какой контент. Да, ладно, тут я согласен, я согласен. Но чтобы замотивировать кого-то прийти на. В общем, я не считаю, что стримеры, типа, имеют огромный вес. Особенно вот когда их куча мелких. Типа, окей, там, если на сервере там стримит там, ну, пару крупных стримеров, да, там. Стримит его Нудовка, Пепси, я там, я не знаю, еще взять каких-то, то да, это может быть и показатель, если они все там вчетвером-втроем стримят один и тот же сервер. Но это, эти стримеры, они во многом также негативно влияют. Вот, я не знаю, короче, это такая хуйня, эти стримеры. Я РФ Банана. Ну ладно, я согласен, что это важно, но я исключение. Как будто бы я исключение. Видишь, кроме меня же никакой тег не пришел. То, что соло-игроки приходят, это во многом твоя заслуга, я думаю, а не там стримеров. Ну, ладно, стримеры демонстрируют все это. Но я просто не считаю. Я открываю... Вот у меня открыта вкладка OxyGames была, по-моему, недавно. Да? Открытая вкладка OxyGames, просто вот его стрима. Он стримил 2,5 часа, я включил там на 40-й минуте. У него там были какие-то сообщения в чате, и за время, вот как я включил на 40-й минуте и развернул потом на втором с лишним часу, то есть, ну, суммарно за 2 часа практически, да, стрим шел 2 часа, я развернул, у него в чате было 2 участника. 2 участника чата, блять, 2. То есть, ну... Нет, твинки это понятно, но, блядь, твинки... Этих же твинков кто-то заводит, а значит... Ну, у этих людей есть основы, которые играют на сервере долго и так далее. Блядь, где ВВ можно взять, сука? Где ВВ есть? Дайте ВВ где-то. У ХВ. Иду. Да я не про это, Винатус, я про то, что OxyGames стримит на 40 человек, да, там на 30, 20, неважно. Окей, неважно сколько. У него в чате 2 участника за весь стрим, блять, понимаешь? И, ну, толку от таких стримеров я про это. Ну, это не конкретная... Да, хоть там нет заместо. Не конкретный хейт на этого, ну, типа OxyGames, мне насрать на него. Это я вот говорю там, ну, другие стримеры есть подобные ему, которые просто стримят на 10-15 человек, и они... По сути, нахуй не нужны. Нужны просто 2-3-4 крупных стримера, которые просто дают серверу статус. Ну, типа, если они вот многие стримят, вот это да, это уже... Это, типа, все же дает серверу статус. Какой-никакой, я согласен. Но они не завлекают игроков на старт сервера. Я считаю. Пинча, когда открыть от серва, не могу сказать, извини, пожалуйста. Ты шаришь за серф РФ Land, который 15-го стартует? Да, Коля Уборчик, я пытался о нем что-то разузнать, но я посмотрел форум, они завлекают игроков просто через сарафанное радио, там типа а-ля выдают плюшки, зато типа пригласи друга, получи там 100 шопа на старте, пригласи двух друзей, получи, ну, 150. Я, короче, меня звали на этот РФ Land, он мне написал, он и на стриме там 100 рублей задонатил, чтобы обратить просто внимание.
Сейчас, секунду. Бля, сейчас два чувака как раз написали, что залетают. Бля, может, я недооцениваю стримеров, я хуй знает. Вот я сейчас просто не разговаривал с вами, потому что мне в ВК написали два человека. Но это очень старые игроки нашей гильдии, на самом деле. Мы с ними играли еще на Мессе, так что... Да, бля! Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, секунду. Что, парни, пойдемте на камне пиздить кон? Пойдем. Есть ТП камень? А можете собрать? Не, давай в жопу зайдем, слышь? Давайте соберемся. Я просто тэплюсь для начала проверить вообще, что там. Да вот, я на стриме смотрю. На мостике стоят. Кто на мостике? Коры или... А, белки. Не, пойдем все тогда камень с коры. Ой, парни, там походу драка, сейчас посмотрим. Один чел имеет несколько денег, один тупой, один кинул. А, сейчас, подожди. А банана, вот я... Ладно, блядь, стоп, они уже делают... Блядь. Прям меня лагает, нахуй. Каждого пролагиваешь. Го Эру, пойдем, вы зашли уже? Нет, я портаюсь. Пойдем, Эру добейте. Если кто-то уже есть тут. Миража можно. Миража, хорошо, дальше. Портайте все камень. Да блять, ебучие пролаги, ну что, у меня опять ебаный этот включился. Я не понимаю, дисплей контейнер NVIDIA. Вот эту вот меню. Давайте их ебашу. Ой, Люська там еще. Белки развернулись, нет? Год хуйню добьем и назад. Во камни. Они походу развернулись, потому что нас тут трое. Так, нам бы пати, кстати, на них какую-то споты. Может быть у них есть? Ах, ты ты, ну ладно. Может есть, может нет. Я не уверен, что у них есть. Бля, он реально лагает, сука. Сейчас. Дойду вот сюда за угол. Походу реально дисплей этот ебаный контейнер включился. Почему всегда активируется, я не понимаю. Что, ты мне говоришь не трогать банчера твоего или что? Фейс норм еще? Не, мне вообще, блядь, фейс еблан полный. Он стримит постоянно какую-то ПВЕ хуй, ну... Ладно, я че, я буду сидеть, это... Я просто не сильно верю в пользу стримеров, если честно. Блядь, да почему лагает, я не понимаю. Да, и тоже. И, наверное, из-за турели, слышишь? Надо блочить проход. Стойте перед проходом все. Это тут пробегает. Сейчас, мужики, давайте после камня тогда пообщаемся, окей? Я смотрю, уже многие люди в чат возвращаются. Выходи, камень. Очень рад, парни. Приятно, что... Я так понимаю, смотрится. Лутают все. Ебаные коры заебали. Да, коры заебали, это факт. Перчика, перчика! Ой, блядь, я случайно наступил на мост. А они тупые. Да, они даже не воспользовались этим. Вот-вот-вот, говно, говно! Говно, хорошо, еще одно говно. Кислота какая-то, еще вот эра. Эру добейте, блядь, похуй на этого Оксигеймса. Что он вообще, он в говне, походите. Вообще не трогайте его, давайте бомжей, которых мы можем убить спокойно. Травопах тоже уже сдох, кстати. Нормально. Го пита зафалим им, поможем. Зафалите пита все, дайте урон просто. Здарова, здарова, спасибо большое за фоллоу, парни. Ну вот, Хофф 777, мы за тебя отомстили. Отъебашили камня и отпиздили всех кор. Перчика добить. Ебаный перчик, просто доджер, ненавижу. Слейд тур ебашит. Акро еще тэпается, войнота. Ладно, видите, забейте, тут у всей расы кор, шансов 0 против одной гильдии Feroz Fist вообще выиграть драку. Мы тут просто пришли впятером пофоткали, грубо говоря. У нас просто 5 человек, мы пришли пофоткали... Просто показали, как Feroz Fist отъебашили этих лошков.
Да куда они придут, все. Они никуда не придут, все. Да ё-моё, да блядь. Блядь, пиздец этих коробок падает в хуй бала. Каких? С донжа. Голда. Нет, 15 бананов упало. Это не Energy, они просто операторы. Еще ПДДшки нам светят. Так, здорово. Да, я стримлю, если что. Я понял. Ну, просто вообще в целом говорю то, что... Раз теперь, короче, есть какие-то это движухи, давайте тогда, значит, вместе. Ну, окей. Ну, мне кажется, это чисто разовая акция. Ну, посмотрим в дальнейшем. Если нет, то будет, ну, будет видно уже. Да, да, я расписание все вижу. Так, все, размутал стрим, друзья, извините, на секунду надо было замутаться. Так, мне нужно закапать в глаза, попросила девушка подойти, я буквально отлучусь, хорошо? На чуть-чуть совсем. Так, ладненько. И сейчас подойду. Сейчас подойду, договорим. Заберем, надеюсь. Да, постараемся. Подключимся. Да, постараемся. Да, подключимся. Все тогда, по расписанию, когда ребятам все расскажешь, раз... Да, спасибо, что пришли. Все, давайте теперь просто на побытие тоже приходите сюда. Все, давайте. Поделись к уважением к нам. Так, все, сейчас я подойду. Секунду, подождите. Сейчас я вернусь.
Так. А ты успокоил? Ну все, ладно, да, окей. Они вас сканят, надеются, что вы еще на Илане? А, это жесть. Спасибо за стрим, и благодаря тебе пришел. Удачи. Да блин! Че, реально, я что, ошибаюсь? Я что, ошибочно считаю, что стримеры в РРке это... Ну, типа, не совсем ненужная хуйня. Но такая, знаете... Клипенькая очень такая тема. Блин, Эдик, я пока отошел в глаз закапать девушке. Куда все люди ушли со стрима? Я не понял, было столько человек. Им что, всем анонс церба уже дали без меня? Или что произошло? Блядь, ёбаные мобы, почему у меня опять в таргете моб? Какой гений, он просто меня бьет. Через сколько пойдешь делать? А позже скажу, сейчас. Ну скоро. Да, я покурю, пока пойду. Админ создал Тверса и написал. Так, эти люди делают бизнес. И поверь, если бы это не работало, они бы этим не занимались. Стримеры повышают узнаваемость. Это я согласен. То, что да. Стример нужен только для того, чтобы показать статус сервера. Как и крупные гильдии на проекте. Вот я уверен, что РФ Банани и до прихода там Присану, до прихода там, ну, Психокидс прям крупные не назвать. Ну, короче, до прихода крупных гильдий я не считаю, что серверу плохо жилось. Ему 100% хорошо жилось. С сервера был доход, он развивался и так далее. Но вот пришла гильдия Присану, допустим, вот, да, и это дает какой-никакой, да, статус типа серверу, что, ну, даже вот крупные большие коллективы, да, там из, так сказать, большой пятерки, я не знаю, или большой четверки, ну, типа, обращают на нее внимание, да, и считаются, то есть, значит, сервер достойный. Блин, как мне стыдно, парня. Если бы не я, Джейсон Ву говорит, он бы завязал с РФкой. Лучше бы, блядь, лучше бы не я. Лучше бы не я. Это на самом деле звучит как это. Звучит как упрек. Типа, блядь, если бы не ты, я бы наконец уже завязал, нахуй. Не, насчет оплаты там и прочего, я вообще про это не говорю. Понятно, денег там в серверах крутится достаточно, чтобы платить стримерам, да, это понятно. Причем у каждого свой контракт, там, каждому платят определенным способом, там.
типа, я так понимаю, обсуждение цены и прочего уже по факту будет, если мы придем там. Понимаешь, Кросс, я всем подряд серверам вот так вот, меня звало очень много серверов вот таким способом. Я постоянно отказывался, потому что раньше я считал, что зашкварно играть на всех подряд серверах. Вот. Написал бы сразу 100к, да нет, это вряд ли. У меня, наверное, как обычно, глаза. Эдик, закрой ебучку свою, тварь. Получается, на Рефленд идем или проще? Да, конечно, ЦРБ ждем. Какой Рефленд, блядь? Я не пойду ни на какой Рефленд. Пусть хоть сколько платит. Эссен зашкварно. Лично для меня, да. Но в целом серф неплохой. Лично у меня просто личные счеты с администрацией, поэтому я не иду на их проекты. В целом, серф, эссенс, нормальный. Только не middle rate, low rate нормальный. Вот то, что сейчас открыто middle rate, это говно. Даже невзирая на то, что мне админ не нравится. То есть даже невзирая на это, middle rate говно все равно. Ну, типа, это факт. Middle rate все умирали за 10 дней с момента открытия. Если этот у них проживет больше, чем 2 недели, это будет просто сенсация. А лоурейты у них прикольные, со своими какими-то... меня на эссенции единственное, что всегда раздражало, это то, что там миллион различных крафтов. Просто вот, чтобы собрать сет Рея, тебе нужно прочитать, просто лист ватмана, нахуй, текста. Просто понять, из чего крафтятся эти слитки, из чего золотые купоны, откуда кристаллы. Алтарь, вообще вот все вот это вот суммарно, вот слишком много текста и прям бесило это все всегда. ВНК уже все продаются. Ну да, так это потому что middle rate, понимаешь, типа люди, которые... Там еще и все друг другу ценник начинают перебивать из-за того, что слишком быстро достигается кап левел. Люди 55 левел апают за день. Первые пачки апнули меньше, чем за день. А сейчас, когда ты можешь со старта купить плюс-минус эквип и прочее, то это еще быстрее. Айсберг не тут, а что ты хотел? Просто ВВшка. Да, да. Каждый день 55-й, что вот приходишь. Там на шмотке было написано хотя бы, ладно. На некоторых шмотках было написано, как их крафтить. Реликт, как Лёша, когда крафтил, этот Кримс винтовку единственную тогда, когда нас забилок перенесли на том лоурейте, когда он скрафтил себе винтовку 55-ю плюс 6 и бегал вот это просто всех с одной кнопки убивал, когда магия проходила. Он говорил, что он, во-первых, на эту хуйню очень много денег задонатил. Он еще называл то, что как крыло от Боинга, стоит эта винтовка плюс 6. Вот. Но в-третьих, он просто, просто глаза сломал, пока все это читал, когда все делается. Винтовка за день 50-й апал. Ну, это у гейтов просто не самый лучший кач был. Они просто в этом плане немножко слабенькие парни. В плане кача. Спидран кача. Поэтому у них так и было. Плюс раз акров, на самом деле, такая себе для спидрана. Не просто за нее, конечно. Но на middle rate как будто бы на самом деле все плюс-минус в равных условиях. Просто нужно было классы нормальные выбирать. Они слишком много ланчей понабрали этих бесполезных. А надо было всяких там дементоров мобильных набрать. ББшники спецы у них были вроде, Надо было ланчей разбавить дементорами. Дементоры там с какими-нибудь 45-ми арбалетами, они в прокаст убьют дохуя кого, поэтому... акрами просто споты трудно отбивать, я к этому. Но если бы они что-то поработали над выбором классов, я думаю, они бы смогли отбивать споты. А так, адекватные люди за день апали 55-е. А нудовка только 50-е, да. Потому что... он чуть больше, чем 50 апов. Потому что их просто все пиздили. Плюс гейты еще разделились на две расы. У них часть пошла за кор, часть за акро. Что ты хочешь, я не понимаю, старуха. Вот ты мне пишешь ВК. Я тебе отвечаю, плюс я стримлю, ты заебал.
стрелки, я бы тебе сказал, ну, честно говоря, да, вот этот сервер, ты все правильно скинул. Я, честно говоря, бы тебе стрелка... Ну смотри, стрелок норм, да, но только если он весь плюс 7. Ну не весь, а типа седьмые тапки, седьмая винтовка. Это делать не быстро. Если с нуля типа развиваться, это достаточно долго делается. А покупать такого чара никто не продаст, потому что у нас Асмус купил одного стрелка с плюс седьмой пушкой, а Паба сегодня купил одного француза, ну чел с Франции играл. Он купил сегодня второго француза, тоже с плюс седьмой винтовкой, и больше таких стрелков в расе нет. То есть купить такой аккаунт не получится, а делать самому это, ну, достаточно долго. Там даже вопрос не в деньгах, а во времени. Когда сервер, я не знаю. Ара 220901192, я не в курсе, когда сервер, не скажу. Так, ладно, чё, я на самом деле это... Старуха, могу тебе так сказать, маготанки заебись, вот маготанки здесь прям охуенные. Поэтому, ну если прям нет желания играть за мага, то, ну, можешь играть стрелком, в принципе. Я бы сказал, что стрелки и ББшники одинаковые, да, а вот маготанки, типа, вообще крутые. Чуча, ну хуй знает. Я бы маготанком играл, наверное, лучше. У нас будет одна чуча крутая, и со временем, возможно, вторая подтянется. Но одна точно у нас уже будет. Локис. Так, что я... Вопрос, понимаешь, пока что нам чуча не нужна. Вот когда у нас будет две пачки в 70-х сетах, да, или там хотя бы 10 человек в 70-х шмотках вот у нас будет, и мы будем активно бегать, драться там и так далее, воевать на ЧВ и прочее, вот тогда-то нам и нужны будут чучи. А пока что нам чучи толку не дадут. Наши 65-е сеты, там, у кого-то 60-е, у кого-то 65-е... Ебать, а что мне ключ не их выносят очень быстро. Окси говорит, что ему админ запрещает сливать окна ФФ. Да я не верю в это. А, пацаны? Это пиздеж какой-то. ХЗ. Это вообще пиздеж. Какой нахуй запрещает? Да ХЗ. Зачем это? А почему должен? Делать? Потому что у меня Сафрон дает один ключ, украл, блядь, а он не вернулся. Нет, у тебя китайская копия просто казалась ключа. Что я не понимаю. Все, типа, через какое-то время он пропадает? Короче, старуха, сервер максимально похож на ОФ, понял? Тут также вот СПС точно так же выглядит. Типа, модики есть. Ну, то есть... Пиздец, ключ съели, нахуй. Тебе в этом плане повезло, если ты будешь играть, сервер похож на ОФ. Люди тут сидят месяцами. Да, Сафрон играет, Печень играет, Хуета даже играет. Знаешь такого вот? Хуета. Я не знаю, кто это, но это их друг какой-то, знакомый с ОФа сказали. Пиздец, он вчера начал вроде бы. Я ему бежу сделал там быстренько 80. Все, я отходил, короче, парни. Хватит. Что ты сказал еще раз? Все, я походил. Банану Ирк не собираются в этом году вайпер, точно. Я думаю, что с таким хорошим ну, онлайном на сервере, да, действующим. Я думаю, что админ вообще вайпать ее не будет, пока прям плата не наступит какое-то. Короче, людей много. Достаточно. Сейчас я сканы куплю, это у меня закончились. First song that made you cry, first dance, moonlight in your parents' garden night. Бля, у кого покуп... Я забыл. Вот это, да, банан продается. Здорово, ты профи точил же? Нет, мужик, не заточил. Белки перестали брать ЧВ. И, соответственно, да, у нас нету этого. Соответственно, у нас нету доточек. Вот, а без доточек, ну как я заточу тебе? Бля, куда я сбег? Я даже не знаю, уже везде был. Уже везде был! Опять в ВК? Нет, впадло. Вот, в З очень давно не был. Можно пробежаться еще по З посмотреть. Вот какой-то бежит, чувак.
Мне жалко Зохана, он сейчас пробежит. Пробежит этих мобов, а я его убью все равно. На самом деле, я вот бегаю, да, убиваю каких-то лохов по 50, по 20, по 30 ОЦ. И я уже набил 3000. Реально, завтра надо устроить челлендж 300 киллов за день. Я очень хочу. Но это надо как будто бы чиха взять с утра. Это как будто бы нужно взять с утра чиха и просто бегать весь день, аннигилировать все локации. Сделать харду утром и все. Просто ебашиться. Как будто бы если задрачивать вот так вот всех нубов, и не только нубов, да, можно налить за день так порядка десятки ОЦ. Это неплохо меня подтолкнет, так сказать, к заветной цифре в миллион ОЦ, чтобы я мог проходить голосовалку. Ну, там надо, правда, чуть больше, но как раз вот чуть больше я и набью. И БДСМ пиздой. И БДСМ. Опа, кто-то все же качается. Ну, это белка, да, это белка. Это белка. Ну ладно. О! Я сегодня не был ни разу на Этере. Просто на этом сервере про Этер вообще забываешь, так как там, как правило, никого нет. Этер на сервере дохлая локация, практически. Ну и чё, какое? А вот, ну, не могу сказать. Извини, пожалуйста. Не могу. Так. Торнадо. Чей-то АФК фармер. На табе 34 ОЦ. Бля, вот таких вот бегать просто заебывать. Дай какая пёс. Сам ты пёс, бля. Чё, охуел базарить? Сейчас дам, подожди. Сколько с собой на Этере, сейчас заведу тебя, да, погоди. Я тебе могу еще бижу сделать, если хочешь. Да, блядь, икаю опять. Надо дыхание сдержать. ИБДСМ. Кто такой петух? Ой, блин, ты его даже не знаешь, Эдик. Это, короче, чувак с ником Старуха. Он давным-давно играл с нами на офе. Был, ну, таким неплохим... Короче, таким... Хорошим магатанком он был. А потом он играл на Вальхале. Ой, не на Вальхале, а как этот? Фурия ебаная. Там у него никнейм был... Бля, я не помню, какой у него сначала был. Но потом у него был Я Петух. Помнишь такого? ЯА, вот так, через... И краткую, а петух, вот такой вот. Я не могу убить Слейда, Айсбир, я ему вообще нихуя не сделаю. Ну да, я сейчас могу прийти помочь вам, но я его не убью. Короче, задрот. Такой задрот неплохой, который впоследствии еще и донатером стал. А вообще это был изначально друг Юпича. Понял? На офе он с нами на Месси играл с под ником Старуха. А, ну ты на Месси такой себе игрок был. Вроде ты был что-то на уровне Кала. Поэтому вряд ли ты, наверное, что-то такое тогда еще помнишь. Это Цербер за кого? Цербер будет за Акретов. В большинстве... Ну, короче. Большая часть процентов... то, что это будут Акреты на Цербе. А когда, я сказать не могу. Так, стой, пожалуйста, на месте. Где ты есть вообще? Подойди к банку. Я твинком просто у банка. Хков, 3 семерки тут? Ты еще на стриме? Кстати говоря, или ушел? А почему ты... А что это за гильдия у тебя такая? New Era. Это какая-то новая гильдия? Это ты с корешами ее создал? Или... Или что это? Ну это вы ее создали? Ты причастен к этому? Или ты просто присоединился, увидев какую-то новую гильдию? Я не понял. За какой класс? Ну, я не знаю. Я лично я за ББшника, если пойдем.
Кого забить и прокачать, я не понял. У вас есть места, если ты говоришь про этот сервер, то есть. Если ты говоришь про сервер, то все равно есть, но там уже надо будет, ну, как минимум списаться, пообщаться. На каче был, вот парень тоже. Круто, круто, слушай, Хофф, хорош. Жалко, что не к нам вступил, вот, молодец. Жалко. Я вот, ну я его не убью. Ну не убью же его, да? Пусть он почистится. Бля, ну просто вот на сервере все бегают очень быстро. Вот, вот стрелком я бы его отпиздил, магом бы отпиздил, бэшником нереально. Жесть. Африка тут? Эдик, закрой рот. Ты так господешь? Карателем, ну вначале танк, потом карателем буду, да. Кидер. 55-го мага, да, возьмем, конечно, приходи. С развитием можем даже помочь, там, если какой-то бежи нету и так далее, то... Надеюсь, у тебя есть TeamSpeak, шкура. TeamSpeak у тебя... Бля, сейчас, подожди, видишь? Гильдия в ранге в режиме обнуления, вот, типа, можно будет принять только после... возможно будет принять тебя в клан только после 12. Посиди чуть-чуть в игре. Какую запретку? Ты что, дурак? Эдик, блядь. Осуждаю. Кто что сказал, я... Вы долбоёбы? Осуждаю максимально. Кто сказал, блядь? Кто сказал запретку, дебилы? Замутал тебя, блядь, до конца дня, скотина. Опять? Ты был, нахуй, значит. Это вот этот голос был противный, который посмеялся, да? Да я понял уже все, блядь, по его смеху парашному. Пиздец, идиот. А какой трек играет охуенный, кстати? Только сейчас услышу. Обратил внимание, только сейчас. Микро плохого качества. Да, ладно, осуждаю максимально, просто не поддерживаю. Просто неадекватный.
Сейчас. Что за хуйня, это страшно играет. Не. В конце октября, начале ноября. Ну, плюс-минус, да. Плюс-минус, ты прав. Ну, не в декабре. Ребята, они того, короче, не того, что не после декабря, мужик. Так, 0-0, могу в гильдию принять шкуру. Сейчас блин, сек. Не знаю. На радиус, типа? Сейчас. Занят в окне во втором, погодите. На Т4, блядь, закончилось. Ну, как будто с Т4 тащить этот маловероятно. Почему? Ну, хотя бы Т5. Это же 35-я металлка. А, блядь, 35-й ты же, может, с Т3-ми даже, мне кажется. Да в том-то и дело, что она на 5 не встает, нихуя с Т3. Да нет, а надо с Т4. Я, по-моему, так Джасперу что-то точил на 5 с Т4. Так, шкура. Угу, принимаю. Все. Надеюсь, TeamSpeak у тебя есть. Может, тогда завтра, если, ну, может, сейчас, если не хочешь, уже поздно, maybe. Завтра заходи в ТС, адрес, спросишь в чате, дадим тебе. Все, Окси погнал на Эссенс катать. Ну и скатер у тебя дорожка, мне похуй на него. Мне до него дела нет вообще, до того, где он там катает, вообще похуй. Она просто уже 44. Пусть хоть на ППВАре играет. На 5. Ебать, вот как проебать Т3, блядь, в секунду. Скорее. Ты туда спустя. О, биц. Бля, он может саглиться. Асмус.
Я всегда его бью. Да? Ну ладно. Он тот же. Сейчас, секунду. На этот раз я на него ассист поставил, он уже не должен прийти, правильно? На этот раз он с ассистом, и мы должны не проебаться убить его. Пойдем. Сразу пить такой допинг. Сафрон тут? Эдик. Сафрон. Соска тут? Эдик, еще слово, я тебе в пик убью. В GTA 5 РП. Чего-чего? Афика, тут. Я пойду спать, заведешь на хардон? Давай, или я, или это. Пусть заведем. Все, спасибо. Это, Сафрон, а если бей стрелков, пожалуйста. Ты там... Бей, бей, не надо ничего собирать. То есть ты будешь куда-то меня заводить, там, типа, может, в БЦ, еще куда-то окном, пофиг куда. Короче, если буду в игре, подходи, пожалуйста, иногда к хранителю, блядь, квест давай ему, ладно? Угу. Если будет время, то вспомни. Там же с него тоже балл, вот цепка может выпустить. Ну да, там одна коробка. Коробка, ты упал. Одна коробка, как будто бы мало шансов. Ну, я просто говорю, то, что ты эти, кто за кто заводит. Вырубит. Да блядь, да! Я забыл сатанину скипнуть, потому что чел подбежал, начал заебывать. Так он постараюсь на утро. Сатанину, конечно, на ночь слушать такое себе. Вообще. Блять, соус, развернись, развернись, развернись. Асмус, асмус. Скиллы дай. Не дал, я понял. У меня в откате были после пушки. Ничего страшного. Так что ладно, бабасим. Давай. Ну что страшного, всего лишь сбегаю в начало, снова прицеплю все окна. Блять, у меня он еще отображается под щитом, я вот не понимаю, блять, он бьет или не бьет. Мне забагался, он то, что нантики летел, и он меня... Спокойно, я зайду в док и смотрю, сколько стоит. Мне еще нужно выиграть, и до какого числа я вен. Успеет убить хоть кого-то? Блять, он успевает убить! Он на вампе еще! Асмус в говне. Это пизда, я его просто один бью. Блять, вот это да. Очень долго. Да, он мне я знаю, должен... прекрасно, я вижу по пати. Нам просто нужен Макс сюда один, не знаю, что долбоёбы это удержал. У нас магик АФК. Магик, к сожалению, АФК. И по идее Асмус его должен 3 скилла убить. Правильно? Пойдем туда домой. Сейчас смотрим. Сейчас убей вопрос, пока он не дошел. Асмус, пожалуйста. Подскажите, на 61-м задании вот эти берсерка, это где мисс, он да? Находится? Мисс. 61. Бля, он просто вампится от окон, это вообще задание. Трэш. Нормально. Я не знаю.
Then you tell me that I shouldn't be hurt. Бывает, бывает. Так, ну мне две сокровищницы, три игры надо выдавить в турбо. Ивент до... заканчивается 7-го. А сегодня... 4-е. Сегодня 5-е. Уже 5-е. Короче, надо завтра две выиграть, и послезавтра одну. Из какой гильдии тут долбоёб был? Бля, он точно стрим? Он, скорее всего, даже не стрим-снайпер, он, скорее всего, просто придурок. Да, Шири? Я же этого долбоёба тогда не бил. Что? Я не буду, скорее всего, подыгрывать. Он же тогда... он сагрился, только... Бля, я не помню. Я же... Чё я говорил тогда? Что я его убью, потом не... Да, я сказал, что больше его не буду трогать. А этот придурок мне снял ВВЕ. Мне пришлось его отпиздить еще раз. Точно, точно было такое, да. Время был просто. Какой стороны этот придурок теперь пойдет? Вот он, вот он, бей-бей-бей. Пулты сразу кидает. Очевидно, кидает. Он успевает убить окна, пиздец, клоун. Ладно, мужики, короче. Эдик, закрой, ебало. Я просто оффну стрим, потому что... ну, чтобы просто усложнить жизнь стрим-снайперу. Все, давайте. Всех люблю, целую, как говорится. Поднял, подбросил, до завтра. Ну, я не успеваю с окнами. Мне нужно либо окна перецепить на Асмуса, либо, блядь, я, ну, я знаю, что делать, прекрасно. Он тупой, он играет маг мужиком, он это слабодушие даже не додумается снять. Но, видишь, надо окна просто перецеплять, значит. Ладно, давайте, всех целую, жду завтра. Старуха, я тебе ТС в ВК напишу и обвес я тебе сделаю сейчас после квеста. Давай, пока. Всех люблю.